Добрий вечір, шановна громада. Добрий вечір усі, хто разом з нами сьогодні у 19.30, як завжди, на телеканалі Миколаїв, в програмі «Контраргумент». По цей та по той бік екрану наші експерти, шановні гості, усі, хто сьогодні зібрався для того, щоб, як завжди, обговорити найактуальніші питання нашого життя. І сьогодні у першій програмі «Новому році» ми обговорюємо такий собі новорічний подарунок, який у нас уся наша держава отримала практично майже у новорічну ніч. Це новий бюджет держави та новий податковий кодекс. Навколо цих двох документів зараз точиться багато суперечок, багато чого, багато яких вже створилося, багато міфів, багато спекуляцій, багато непорозумінь. І саме для того, щоб принаймні частково з цим розібратися, ми запросили до нашої студії дуже поважних, дуже компетентних гостей, яких з якими ви познайомитеся буквально за декілька хвилин. А зараз я хочу запропонувати вам сюжет Тетяни Мілякіної, у якому, власне, йдеться про те, що уявляє собою цей новий бюджет. Сюжет дещо завеликий для нашого традиційного формату, і він складний, тому я дуже прошу вас все ж таки приділити йому увагу, адже, незважаючи на складність того, про що там йдеться, все це дуже важливо для того, що ми обговоритимо далі. Будь ласка, сюжет. Фінансову децентралізацію у 2016 році вдалося відстояти, говорить спікер українського парламенту Валерій Гройсман. Зараз місцеві бюджети отримують можливості і ресурси вирішення нагальних проблем села, селища. У 2014 році сільська рада отримала 6 гривень з гектара в свій власний бюджет. 6 гривень, увага, що не давало можливості абсолютно нічого зробити для того, щоб, можливо, покращити ситуацію в дитячому садочку в селі, в групі, або відремонтувати дорогу, або врешті-врешті відремонтувати клуб і створити там якесь соціальне життя, то сьогодні, хочу підкреслити, не менше 200 гривень з кожного гектара у ваших володіннях буде зараховано до сільського бюджету. Децентралізація чи централізація? Кошти на дитячі садочки та палаци культури з нового року треба брати в районі, у тій кількості, яку визначить район. В Асоціації міст України зазначають, що згідно з новим бюджетним кодексом децентралізація покращення відбулися на рівні міст обласного значення. Решта країни цього позбавлені. Бюджет Котляревської сільської ради, що на Жовтневщині, цього року складає 1 мільйон 800 тисяч гривень власних надходжень, 600 тисяч – спецфонд, гроші, що сплачують батьки за харчування дітей, близько 100 тисяч гривень. Решта – субвенції з районного бюджету. На території сільради мешкає 2,5 тисячі чоловік. В селі є дитячий садок, школа, ФАП, амбулаторія, працює два підприємства та дрібні бізнесмени. 4783 гектара землі сільради розпайовані, її обробляють одноосібники, фермерські господарства. Бюджет 2015 року було перевиконано на 88 тисяч. В цьому році, сподіваються, ситуація буде найгірша. В основному це надходження від податку на землю, акцизний збір, держмито. У новаціях бюджетного кодексу 16-го року вбачають як плюси, так і мінуси. У нас у сільській раді залишається акцизний збір, 5% акцизний збір, який йде від продажу алкоголю, табачних виробів і так далі. Але справа все в тому, що так як село – це маленьке село, то небагато у нас точок, які мають ліцензію на табачні і алкогольні вироби. Але з новим бюджетом ПДФО, яке раніше залишалося у нас в сільській раді, зараз воно буде йти в районний бюджет, воно не залишається у нас. Поменшує надходжень від декларування доходів одноосібників, від фермерських господарств, яких переведено з єдиного податку на четверту групу оподаткування. Але і там знаходять свої лазійки, які не просто не доплачують ці гроші, вони не доходять в бюджет. І за чого? За того, що фермери розпайовують свою землю. Якщо було фермерське господарство, мало 20 гектарів землі, і на сьогоднішній день, наприклад, вони повинні були заплатити там 9 тисяч гривень чи 12 тисяч гривень, то вони розпайовують між одноосіб, між своїми членами фермерського господарства, і, звісно, сума цих грошей зменшується. А це б'є по бюджету сільської ради. У міст обласного значення більше можливостей поповнення казни і більше незакритих місць, на які треба витрачати гроші. Бюджет Первомайська в 2016-му складає 305 мільйонів гривень, майже 2,5 мільйони – кошти спецфонду.
Держава передає повноваження на міста, але далеко не все підкріплено фінансово. Найбільша проблема для Первомайська сьогодні – віднайти кошти в міському бюджеті на відшкодування перевезення пільговиків в громадському транспорті, а це 20 тисяч чоловік. Це суми, які передбачені законодавством, досить великі. Якщо взяти по нашому місту, то це більше 20 мільйонів гривень, для того, щоб ми адресно могли надати відповідно до обстеження, яке проводиться, моніторинг. В минулому році бюджет було перевиконано. Кошти отримані лише від продажу акцизних товарів. 20 мільйонів гривень пішли на ремонт доріг. Сподівається на перевиконання і цього року. Серед потенційних джерел поповнення казни – легалізація заробітної плати. В місті 40 тисяч працюючого населення і тільки 10 тисяч офіційно зареєстровані, а відтак сплачують податки. Незважаючи на те, що всі галузі будуть протягом року профінансовані, проблем достатньо. Чого варто лише житлово-комунальне господарство Первомайська, дороги, медицина? Йшли розмови про те, що другий рівень медицини, це там, де в нас стаціонарні ліжка, що буде передано до фінансування до обласного бюджету. Але в останні хвилини, і ми внесли зміни вже навіть після прийняття свого бюджету, на тій же сесії повернулися до розгляду і внесли зміни, прийняли до свого бюджету державну субвенцію на утримання медицини і на утримання освіти. Новообрані місцеві депутати на сесії вийшли з пропозицією виділити кожному закладу освіти міста по 150 тисяч гривень і відмовитися від батьківських зборів. Пропозиція, напевно, слушна, але за підрахунками міського відділу освіти лише на заміну вікон, ліжечок і постільної білизни в дитсадочках треба 22 мільйони гривень. Протягом року знайти такі кошти в бюджеті справа нереальна. Бюджет Новобузького району Миколаївщини дотаційний – майже 153 мільйони гривень, з яких 136 – субвенції держбюджету. Власних надходжень від податків – лише 16 мільйонів. Найбільше виділяється на галузі освіти, медицини. Як і іншим місцевим бюджетам, доведеться вирішувати питання пільгового перевезення, харчування дітей початкової школи, також функціонування малокомплектних шкіл. Адже з 1 вересня поточного року субвенції на школи, де навчається менше 25 чоловік, виділятися не будуть. Власними силами розв'язати ці проблеми буде складно. Потрібні зміни до законодавства. Обов'язкове декларування – це саме головна проблема, яка зараз стоїть перед нашим аграрним районом. Коли буде обов'язкове декларування, люди будуть платити тоді податки. Друга проблема – це оподаткування від кожного гектара землі. У нас є 94 мільйона, і 38 з них мільйонів – це у нас одноосібники, які майже не сплачують податки. Отже, дякую, що ви з нами. І саме зараз настав час представити наших гостей, що зробить мій співведучий Олександр Молодцов. Доброго вечора. Сьогодні в гостях у нас дуже компетентні гості. Прошу. Дмитро Прокоф'єв, начальник Державної податкової інспекції у Центральному районі міста Миколаєва, Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області. Прошу. Наступний гість – Михайло Соколов, перший заступник голови Миколаївської обласної ради. В'ячеслав Бонь – заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації. В'ячеслав Сімченко – директор підприємства «Миколаївський тепловозоремонтний завод». Переходимо до наших експертів. Перший майданчик – Артем Ващеленко, голова Української асоціації центрів підтримки бізнесу. Добрий вечір. Олексій Кочубей – директор юридичної фірми «Advice Consult». Олена Герасимчук – президент Федерації асоціацій малого та середнього бізнесу. Ігор Пох – журналіст та публіцист. Любов Бєльська – комерційний директор меблевої фабрики «Ренесанс». Володимир Євсєв – керівник Миколаївського обласного фонду підтримки підприємництва, декан Південної бізнес-школи. Вітаю вас. Переходимо до другого майданчика. Прекрасна половина нашої сьогоднішньої студії. Надія Іванова, депутат обласної ради, керівник насіннєвого підприємства «Золотий колос». Ольга Ротар,
заступник директора департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації, начальник бюджетного управління. Вітаю вас. Приходимо до дискусії. Дякую, Олександре, але я знову ж таки те, що хочу зламати нашу традиційну течію програми, перш ніж передати слово гостям і перш ніж подивитися ще один сюжет, я хочу надати слово Олексію Кочубею, який просто впевнений, що та ремарка, яка є у нього, є настільки суттєвою, що раді неї варто ламати наші традиції. Будь ласка. Это ремарка и правка к той подводке, которую сделал господин ведущий, сказав о том, что Новый год мы встретились с новым бюджетным, с новым бюджетом и с новым налоговым кодексом. Надо уточнить о том, что мы, страна получила бюджет, однако не новый налоговый кодекс, а лишь изменения к нему. Эта оговорка, ну, можно считать несколько по Фрейду, поскольку в ушедшем году депутаты активно обсуждали принятие нового налогового кодекса. Вместе с тем этого не произошло. По словам представителей депутатского корпуса, они отложили принятие налогового кодекса на 2017 год, а в 2016 месяце собираются его пообсуждать и подрабатывать. Ну, кто будет его принимать в конечном итоге, налоговый кодекс, жизнь такая штука доля, этот корпус депутатский или кто-то другой, эта же жизнь покажет. Однако налоговая реформа как таковой в 2016 году для страны не произошло. Произошли изменения в действующее налоговое законодательство, с моей точки зрения, достаточно точечное. И я эту правку считаю существенной, и в плане вот точечности этих изменений ввожу их как вот, ну, для затравки разговора. Хорошо, большое спасибо, Алексей, очень уместное замечание, и именно для того, чтобы, в общем-то, поговорить о том, более основательно поговорить о налоговом кодексе, я прежде чем предоставлю слово нашим гостям, я хочу предложить еще один сюжет, на этот раз сюжет Федора Бондара, о котором идет речь как раз вот об этих вот самых точечных изменениях. И уж тогда нашим гостям точно будет что сказать и по поводу бюджета, и по поводу изменений в налоговый кодекс. Пожалуйста, сюжет. Ухваленню державного кошторису України на 2016 рік передували баталії, здебільшого кулуарні, у зв'язку зі змінами до податкового кодексу. Баталії за інтереси вітчизняних підприємців та пересічних громадян з одного боку і невідомих мені особисто осіб або груп з іншого. До речі, ці другі, ну, котрі не ми з вами, вони знов залишились у виграші. Або у них потреби більші за наші, або вплив на процеси мають серйозніший. Хоча стверджували, що нововведення – вимога Міжнародного валютного фонду, без виконання якої ми не отримаємо черговий рятівний транш у 1 700 000 000 доларів. Експерти наголошують, що основний тягар з наповнення бюджету, згідно із оновленим податковим кодексом, нестиме і без того слабкий вітчизняний середній клас. Відчутно зросли податки на нерухомість, що може призвести до припинення будь-якого будівництва, як апріорі збиткового. Введено податки і на комерційну нерухомість. Це стосується тих, хто будує нові об'єкти, модернізує виробничі потужності тощо. Чергова радість для вічно потенційних інвесторів. А податки на дивіденди не змінились. Таким чином захищаються інтереси найбільш заможних українців. Загалом, наші співгромадяни змушені платити чи не найбільше податків у світі, а розподіляють ці кошти структури, які давно довели свою неефективність. І не лише просто чиновники-бюрократи, як основа вітчизняної корупції, а й ті ж самі державні підприємства і компанії, банки, славнозвісний «Нафтогаз», котрі щороку декларують багатомільярдні збитки і продовжують отримувати нові фінансові вливання. Бо як же ж без них? Останні дні грудня – період, коли народним депутатам складно налаштуватися на робочий лад. На носі новий рік, канікули, можливі, звісно, і більш важливі справи. Тому скільки в залі було депутатів під час розгляду і прийняття доленосних податкових та бюджетних рішень, знає лише безпристрасна електронна система «Рада». За проєкт Держбюджету 2016 в ніч на 25 грудня проголосували 263 народні обранці. Сьогодні в парламенті 11 представників Миколаївщини. Враховуючи Юрія Мамчура, чия військова частина розташована в нашій області, а також Вадима Підберезняка, який склав присягу вранці 24 грудня.
За даними офіційного сайту Верховної Ради, двоє наших земляків під час голосування за бюджет були не у сесійній залі. Це Андрій Вадатурський та Аркадій Корнацький. Решта проголосували «за», хоча не всі належать до офіційно провладних фракцій чи груп, як, наприклад, Артем Ільюк. Жодного голосу за бюджет не дали «Батьківщина» та «Опозиційний блок». Олег Ляшко, попри тривалі заяви про антинародність документу, зрештою його підтримав. Найбільше голосів дали «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт», який взагалі проголосував 100% за 80 з 80. Щоправда, є певні підстави сумніватися в точності цих даних. До Голови Верховної Ради надійшли заяви кількох нардепів з проханням вважати їх голосування не таким, як зафіксувала система Рада. Двоє з них начебто проголосували «за», але один – Козаченко з блоку Петра Порошенка – наполягає на тому, що насправді не голосував, а Савчук від «Народного фронту» заявив, що був відсутній у залі. Така собі боротьба з кнопкодавством постфактум. Отже, Законом України про Державний бюджет України на 2016 рік передбачено доходи у сумі 595 мільярдів 100 мільйонів гривень, видатки у сумі 684,5 мільярди. Дефіцит бюджету визначено в обсязі 3,7% прогнозного ВВП. Видатки на оборону та безпеку визначено на рівні 113,6 мільярдів гривень або 5% валового внутрішнього продукту. Мінімальна заробітна плата протягом 2016 року має збільшитися на 172 гривні і становити у грудні аж 1550 гривень. Але годі про приємне. Як наголошують критики бюджету, соціальні стандарти знижуються, а багатіїв не чіпають. На 31% скорочено видатки на підтримку економіки, пільги скасовують, податки підвищують. На 24% зростає податкове навантаження при продовженні падіння ВВП. Тобто замість підтримки бізнесу, який в усіх цивілізованих країнах є загальновизнаною основою економіки, наших підприємців добивають, обкладаючи додатковими податками. Логіка проста і давно відома. Для того, аби корова давала більше молока і при цьому менше їла, треба її менше годувати і більше доїти. Отже, панове гості, зараз саме час для ваших традиційних хвилин кожному. Будь ласка, ваша позиція на початку програми. Дмитро Ігорович. Я як представитель бізнесу в прошлом, да, нині представитель уже налогової служби, могу как бы що сказати. Ну, дійсно, возможно, ми не отримали якусь комплексну налогову реформу, о которой там весь год говорили. Да, був один варіант там інфіновський, второй варіант був депутатського корпуса. Но, тем не менее, я не соглашусь, что изменения носят какой-то точечный характер. Практически там, все виды налогов, да, ну, как бы претерпели изменения. Там и подоходные, и СВ, и в НДС, и там есть изменения, да, и в едином налоге. То есть поменялось достаточно многое. Пусть это не комплексная реформа, но, тем не менее, ну, как, что я вижу позитивного однозначно, я думаю, со мной как большинство согласится, это то, что уменьшена нагрузка на фонд заработной платы, это 100%. То есть, как бы, что бы ни говорили, ни критиковали, то есть, у нас теперь единый социальный взнос 22% вместо там 37%, которые были. Вот, это как бы, естественно, плюс большой, да, подоходный там налог, его чуть-чуть увеличили. То есть нашли компромиссное решение между предложениями Минфина и депутатским корпусом. Ну, опять же, это чтобы компенсировать немножко разрыв бюджета, который, ну, будет в любом случае при снижении. То есть идея в чем? Что, естественно, не начнут все сразу, там, как говорят, платить. Вот уменьшите все налоги, и люди начнут их платить, и в итоге бюджет получит больше. То есть, конечно, хочется в это верить, но давайте объективными будем. Это, ну, все равно процесс там займет определенное время. И поэтому для, на мой взгляд, для компенсации вот этого вот потерь, там какие-то налоги, конечно, были увеличены. Там и акциз на алкоголь, то есть он увеличен, и немножко подоходный налог увеличен. Но суммарная нагрузка на фонд заработной платы снижена существенно. Это как бы положительный момент. Ну, это такая ситуация, кратко. Дякую, Михаил Владимирович, будь ласка. Коллеги. Ну, я не соглашусь с предыдущим оратором, он представляет налоговую службу, я его понимаю прекрасно, но с точки зрения государственной,
тот бюджетный кодекс, который был принят, это позор, это беда наша общая. Я объясню почему. Потому что мы добываем достаточно газа для того, чтобы отапливать свои дома, свое жилье. И на этот газ в этом налоговом законе сохранилась 70% надбавка. Ну, в виде роялти, там она как-то называется, и так далее, и так далее. То есть мы с наших граждан, с наших пенсионеров и простых жителей Украины просим доплачивать 70% к тому газу, который у нас же и добывается, который по Конституции является нашей собственностью, нашим достоянием. Затем, например, мы в сложное положение поставили этим бюджетом, почему Батьковщина и не голосовала в Верховной Раде фермеров. Сегодня фермерские хозяйства просто, ну, они и так на грани выживания в связи с высокой ценой там, на топливо и на все остальное. Но тот бюджет, который теперь их ставит в сложное положение экономическое, вынуждает там на общих основаниях и так далее, и так далее. Причем крупные холдинги остались, в общем-то, в офшорной зоне дальше жить. То есть крупные олигархи, которые собственники больших фермерских значит, агрохолдингов, точно так же, как, например, остались в офшоре жить те граждане, которые имеют большие, неизвестно откуда взявшиеся средства, находящиеся на депозитных счетах. Например, мы знаем по статистике, многие чиновники удивительным образом вдруг декларируют, что у них там какие-то миллионы, у Яценюка миллионы на депозитном счету. Из этих миллионов он получает беспрецедентно высокие проценты, больше, чем в других государствах, например. 25-30% сейчас депозитные ставки платятся. Но с вот этих вот 30% всего-навсего 5% налог на их, как говорится, на рост капитала. Но это беспрецедентно. Этот бюджет, он негуманный, он антисоциальный. Он делает богатых еще богаче, делает бедных совсем нищими. Поэтому я абсолютно поддерживаю, например, там своих коллег, которые в Верховной Раде отстаивали, другие принципы начисления, другие принципы формирования, другую совершенно концепцию. Ну, мы уже в областях и в городах вынуждены были, как знаете, меньшинство подчиниться большинству, потому что мы законодательную, например, в областном совете роль не несем, так как Верховная Рада. Поэтому, конечно, Батьковщина, получив такие законы, вместе с коалицией голосовала за этот бюджет. Мы не могли быть против того, чтобы школьные автобусы в каждый район предоставить. Мы не могли быть против того, чтобы там немножечко ставки повысить, например, на питание там в школах и в малых классах, в начальных и так далее. Но в целом, вообще, знаете, ну, как вам сказать, развитие в Украине остановилось. Это бюджет стагнации, а не бюджет развития. И вот это вот, ну, мне просто стыдно в такое время даже, к сожалению, будем так говорить, в политике присутствовать, потому что, ну, мы категорически против, пока сделать, ну, мало что смогли. Хотя добились там небольшого понижения на газ. На самом деле, вы видите, в этом бюджете, ну, просто черным по белому прописано, что цена на газ значительно завышена. Она должна быть гораздо дешевле, и он есть, этот газ, не надо его в России даже покупать. Вот, ну, то есть, можно говорить гораздо дольше, я вам благодарен, кстати, очень совпали, в общем-то, позиция там нашей политической силы с многими интервью, которые мы уже услышали, но, в общем-то, ситуация достаточно аховая, достаточно сложная, и никто не обращает внимания на страшный рост валового национального продукта, который сегодня уже говорит об обрушении экономики, не о падении, а об обрушении экономики, вот, и мало того, еще есть такой момент, вы не задумывались над тем, что 11,5 миллиардов долларов уходит каждый год из Украины, и в 2015 году при Яценюке уходили в офшорные зоны. Батьковщина предложила, друзья, давайте прекратим эту практику, давайте деофшоризацию проведем. Это очень просто. Прекратим, как говорится, льготный режим взаимодействия с офшорами. Нет, это принято не было. Вдумайтесь, мы только что слышали цифры, у нас бюджет там порядка 600 миллиардов. 300 миллиардов из них уходит в офшоры. Бюджет на самом деле в полтора раза может быть мощнее, если мы деофшоризацию проведем. Эти 11,4 миллиарда, ну они, как говорится, простым людям никому не попадают. Мы даже не знаем, где эти офшоры называются. Мы по географии не все эти страны учили. Но фамилии первых лиц, они для нас, для всех известны. Откройте любой рейтинг самых богатых граждан, и все там сразу станет понятно, в чьих это интересах происходит. И голосуются, например, в зале Верховной Рады. Поэтому, ну, мне просто лично стыдно даже за этот бюджет, и мне сложно об этом говорить.
Дякую, Михайло Володимирович. Ми запрошуємо декількох народних депутатів для того, щоб безпосередньо з ними поговорити про те, як це відбувалося, кому це вигідно, але, на жаль, ніхто з них не зміг, і, як я розумію, практично усі з поважних причин, тому я не буду це коментувати, але справді жаль. Втім, я дуже радий, що сьогодні у нас є представники як податкової інспекції, обласної ради, обласної адміністрації, є бізнесмен-практик, якого є завжди свої думки з таких приводів. Отже, Вячеслав Валентинович, будь ласка. Звісно, сам бюджет налоговий визвав дуже багато спорів в державі. Наверное, спор на само его принятие накануне Нового года, да, то есть, наверное, надо было все-таки дать полгода на то, чтобы провести какие-то слушания, но принимать его было необходимо, выбора особого не было, поэтому были достигнуты определенные компромиссы, предприниматели надо отдать должное, свои права отстояли, сельхозпроизводителям однозначно придется несколько сложнее. Если говорить о областном бюджете, поскольку я представляю здесь облгосадминистрацию, то здесь есть некоторые положительные моменты. Поскольку, так как говорил Дмитрий, да, снижена налоговая нагрузка на зарплату. Если учесть, что в структуре налоговых сборов, которые собираются в областной бюджет, у нас налог на доходы с физических лиц составляют порядка 78%, то есть фактически львиную долю, то любые механизмы, которые помогут вывести зарплаты из тени, а снижение налоговой нагрузки поможет вывести зарплаты из тени, однозначно должно положительно сказаться на областном бюджете. На всех местных. Да, и на всех местных бюджетах. Вопрос, как быстро этот механизм запустится, наверное, не с завтрашнего дня, не через месяц, но тем не менее это верный путь и очень хороший первый шаг. Дякую. Ну и Вячеслав Симченко. Ну, сначала хочу согласиться абсолютно с Алексеем, потому что если говорить о налоговом кодексе, то тут слово «реформа», оно уже никак не применимо. Действительно, это некоторые изменения, поправки существующие, далеко не все удачные, с исключением, согласен, ЕСВ. Что касается бюджета, опять же, к сожалению, нет у нас практики обсуждения принятия бюджета. Возможно, вот в подобной нашей аудитории, в каких-то подобных аудиториях на телевидении, наверное, о бюджете говорят больше и подробнее, чем там, в тех кабинетах, где действительно должны это обсуждать. Потому что то, как принимался бюджет, это абсолютный хаос. И я уверен, что 90%, а, наверное, и больше людей, которые за него голосовали, они его не читали. И получается, вот имеем то, что имеем, идем по старой кальке. Дальше эта калька переходит на места. Что, опять же, затяжка в результате сегодня уже, например, детские лечебные заведения, учебные заведения, сегодня просто в катастрофической ситуации. Надежда знает, тоже это не понаслышке пришлось участвовать. Потому что элементарно детей нечем кормить. Да. Сегодня там руководители ходят с протянутой рукой, потому что вот когда-то нам зайдет, а сегодня детей кормить нечем. Сегодня. И только из-за того вот это вот халатное отношение, недобросовестное отношение людей к принятию этих документов. Дальше, чего-то нового, интересного тоже нет. Вот они как принимались, мне кажется, еще там 70-х годов, эти бюджеты. Вот ничего в них не меняется, только идет корректировка каких-то цифр, скажем так, растяжка, сужение, какие-то пропорциональные изменения, потому что много цифр там весьма-весьма абсурдны. Потому что, ну, простые несколько примеров. Песчано-солевая смесь, да, для борьбы с гололедом. Порядка 11 миллионов. Это, не знаю, можно весь город засыпать слоем по колено. Там ряд других, не хочу сейчас перечислять все цифры, которые там такие, мягко говоря, вызывают удивление. Это все к чему?
нет должной проработки этого всего. То есть есть люди, чиновники, которые очень добросовестно к этому относятся, им дали срок в течение там, 3 дней, ты должна вот сверстать бюджет под эту ситуацию. Люди добросовестно это делают. Но он не есть правильный, он не есть работоспособный. Вот должна проработать, ну, как минимум, там, какой-то месяц, 2 месяца должно быть обсуждение. К сожалению, этого пока нет. Может быть, что-то появится. Спасибо, Слава Владимирович. Я вижу, Владимир Алексеевич. Борисович, секундочку. Что хотел сказать. Разговаривал с депутатами. Жаль, правда, что их нету здесь, потому что мы бы очень много интересного наверняка узнали. У каждого из них есть своя позиция, и большинство из них, в общем-то, готовы эту позицию озвучивать. Так вот, сказали, что если в прошлом году бюджета вообще даже в руках не держали, им сказали, надо проголосовать, то в этом году все было не так. Им дали бюджет в момент голосования. То есть, ну, в общем, все нормально. Как бы никто не скажет, теперь ни один депутат не скажет, что я даже в руках бюджета не держал. Все нормально. Потому что не каждый может прочитать. Ну да. Владимир Борисович, и я хочу дать потом сюжет для того, чтобы вот проиллюстрировать, или, возможно, он будет контрапунктом к словам Вячеслава Валентиновича. Пожалуйста. Да, так вот я хочу поддержать на предмет абсурдности некоторых цифр. Да, вот сейчас вот проблемы в школах. Но вот я приведу только таких 3 цифры, которые в бюджете нашей страны. 20 миллионов гривен выделяется на целый год на строительство в сельской местности недвижимости для учителей, которые приезжают туда работать. Такая же сумма, 20 миллионов, выделяется на бесплатное лечение детей, которые больны туберкулезом. Мы знаем, что у нас эпидемия туберкулеза, но 460 миллионов гривен выделяется на поддержание станции «Академик Вернадский», которая находится в Антарктиде. Ну, я хотел бы спросить у всех присутствующих в зале, кому-то из нас эта станция каким-то образом, дети, да, больные тем более дети, наше сельское хозяйство, где действительно нет учителей, которые хотели бы там оставаться, и станция «Академика Вернадский». Я посмотрел историю этой станции. Действительно, там трагические события, на них постоянно денег не хватает. Но, увы, в наше время, когда бюджет трещит по швам, это просто абсурд. Можем ли мы себе позволить? Большое спасибо, Владимир Борисович. Давайте вот мы с двух сторон как бы уже, да, начали говорить об образовании. Я хочу предложить вам мнение госпожи Велиховской, руководителя областного образования. Она как раз достаточно четко, мне кажется, раскладывала все по полочкам. Я думаю, что это еще будет одна позиция вот в той нашей дискуссии, которая уже началась. Пожалуйста, сюжет. У структурі видатків обласного бюджету велика частина коштів спрямовується на освітянську галузь. Загалом передбачено 257 мільйонів гривень, на 3% менше показників минулого року. З обласного бюджету майже 55 мільйонів на утримання 7 позашкільних закладів, 2 вищі 1-2 рівня акредитації, інститут післядипломної педагогічної освіти та інші. Обласні програми профінансовані на суму 423 тисячі гривень. Подовжено термін дії обласної цільової соціальної програми розвитку освіти Миколаївської області. Видатки на заробітну плату збільшено майже на 10%. Видатки на харчування, повторюю, по закладам обласного підпорядкування. Це інтернати і деякий коледж педагогічний. І збільшені видатки на комунальні послуги, на енергосії також на 20%. Що стосується у нас бюджету взагалі нашого, то там у нас фінансування збільшено на 10% на освіту. При тому всьому, що в державному бюджеті йде зменшення на освіту, в нашій області йде збільшення видатків на освіту. І це заплановано. У бюджеті області закладено 19 мільйонів гривень на придбання нових шкільних автобусів. Один з них обладнаний спеціальним підйомником для дітей з особливими потребами. Це те, що вже гарантується нашим обласним бюджетом, і на ці кошти можна буде, от буквально ми вже готуємо документи, щоб брати участь в тендерах і закуповувати шкільні автобуси. Зразу хочу сказати, на сьогодні вартість одного автобуса 1 200 000. Дай Боже, щоб ми встигли купити їх саме по цих цінах.
Цього тижня на слуху питання харчування дітей у загальноосвітніх школах. Батьки занепокоєні, адже з 11 січня вже сплачують за харчування, окрім пільгових категорій, що фінансуються з державного бюджету. З яких бюджетів повинні йти кошти на інших дітей? З огляду на актуальність питання подаємо коментар повністю. Кожен з вас може зайти на сайт «Рада Закон» і побачити там документ, який було прийнято 24 грудня 2015 року. Називається він так: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Ось він у мене на столі, його роздруковано, і я просто хочу прямо з нього зачитати вам ті категорії, які місцеві бюджети повинні харчувати, обов'язково забезпечувати безкоштовним харчуванням. Отже, органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми проблемами, які навчаються у інклюзивних та спеціальних класах. Тобто це не залежно від класів. 5, 6, 10, 12 ці діти обов'язково забезпечені. У минулому році гаряче харчування школярів фінансувалося за рахунок субвенцій з державного бюджету. Але до того, у попередні роки, ця стаття видатків була на балансі місцевих бюджетів. Сьогодні у рамках процесів децентралізації місцеві ради отримали додатковий ресурс у вигляді надходжень від зборів, які раніше йшли на Київ. Тому сьогоднішні нововведення – це по суті повернення до попередньої схеми фінансування гарячого харчування у школах. Минулого року, вже готуючись до децентралізації, ви знаєте, що в місцевих бюджетах стали залишатися на 30% більше тих видатків, які раніше йшли до Києва. Зрозуміло, що тепер держава перекладає ці обов'язки саме на місцеві бюджети. Видатки залишились. От тепер сама громада буде вирішувати додатково всіх харчувати, чи тільки ті категорії, які офіційно забезпечено гарячим харчуванням. Ну, це основне, ті зміни, які у нас відбулися. Єдина проблема в тому, що процес був порушений тим, що бюджети приймалися без умов, без змін до законодавства. Тому на сьогоднішній день за рішеннями місцевих органів влади можлива організація харчування за кошти місцевих бюджетів. І ці питання будуть вирішені протягом січня-лютого місяця. Тому що, як ми бачили в сюжеті, як ви показали, що дійсно депутати міської ради вже сьогодні говорять про те, що вони все ж таки будуть шукати можливість, будуть шукати кошти для того, щоб забезпечити дітей перших-четвертих класів харчуванням. Так само відбувається і на місцях. Єдине, що ми сьогодні не можемо говорити конкретно про райони, які вже забезпечили, тому що цей процес ще триває. Але все одно питання буде вирішено. Представники влади запевнили, діти голодними в школі не будуть. Депутати місцевих рад вже найближчим часом будуть знаходити можливості профінансувати цю необхідну статтю видатків. Яким би не був бюджет державний чи обласний, якісна освіта і здоров'я дітей – це найкращі інвестиції в наше майбутнє. І на цьому в жодному випадку не слід економити. Я зараз попрошу нашого режисера дати субтитр з номером гарячої лінії. Алла Віліховська дуже просила, щоб ми озвучили телефон гарячої лінії обласного управління освіти, департаменту обласної освіти, для того, щоб уникнути будь-яких кривотолків, спекуляцій, недомовленостей. Будь ласка, усі питання, які у вас є щодо ситуації у школах, будь ласка, за цим телефоном 37-92-99 ви можете в робочий час протягом робочої неділі, робочого тижня телефонувати і отримуєте усі питання безпосередньо від керівників освіти області. Дякуємо їм за те, що дали нам такий докладний коментар. І зараз ми бачимо, що є вже певна у нас, бачу Ігор, є у нас вже певна, так би мовити, протистояння. Так? Тобто з одного боку є позиція щодо того, що все багато погано у наших школах, ось Вячеслав Валентинович та Надія Валерівна кажуть. От вже є що додати,
Артему Василенкові та Ігорю Поху. З іншого, ми спілкувалися безпосередньо перед початком програми із В'ячеславом Бонєм та Дмитром Прокоф'євим, і у них є зовсім інша позиція, яка більш-менш співпадає з позицією Алли Віліховської, тобто представника влади в Миколаївській області. Тому я зараз даю дуже коротенько вам, панове, слово, і потім ми переходимо сюди. Будь ласка. Спасибо. Знаете, мы пытаемся в некоторых аспектах жизни, да, вот особенно касающихся каких-то, жизненно важных вещей, быть добренькими. То есть не добрыми, а именно добренькими. То есть мы обсуждаем возникшую проблему с питанием детей в школах. Да? Вот. Но мы упускаем совершенно и другую сторону этой проблемы. А чем кормят детей в школе? А как их кормят? Кушают ли дети то, что им предлагают в школах? Какой ассортимент блюд предлагают детям в школах? Ну, видели, там пицца в одной из школ есть, например. Нет, я другое имею в виду. Это за деньги. А вот за бюджетные деньги чем детей кормят? Кашей, то есть это углеводы сплошные, куча белков. Практически нет, да, не то что практически, нет никаких овощей и фруктов. Вот. Дети это не едят. То есть у меня был опыт общения с директорами школ, и они говорят, так пожимают плечами, так им неудобно говорить, что все плохо. Ну вот. Но они говорят, дети это не едят. Дети отодвигают, идут, покупают булочки, напихиваются булочками. Вот. А это, в свою очередь, приводит к середине концу года, к тому, что дети просто толстеют, потому что не хватает физической активности, а плюс они еще бегают на переменах, покупая всякую гадость в виде чипсов там и сухариков и прочие там дел. Поэтому, что я хочу сказать, мы обсуждаем только одну часть, вот одну сторону проблем. Мы хотим быть добренькими, мы хотим показать, что мы заботимся о детях. А нужна ли им забота именно вот в этом виде, в таком виде? Спасибо. Спасибо, Артем Василенко, и потом, господа, вы. Да, пожалуйста. Мы как-то с вами так легко перешли к обсуждению расходной части бюджета. Вроде как уже все у нас хорошо. Для меня очень большой тревогой было то, что происходило на самом деле в Украине в декабре. И это вот та тенденция, которая наметилась по внесению изменений в налоговое законодательство. Но начать с того, что как это вносилось, начнем с того, что происходило. То есть фактически, и пиком угрозы это было 17-18 декабря, процесс голосования за изменения в налоговый кодекс. До этого практически с очень поверхностным обсуждением пытались, перекроить налоговое законодательство. Результатом это стало бы практически уничтожение малого и среднего бизнеса как класса, как основного ресурса наполнения, в частности, и местных бюджетов. Малый бизнес поднялся, были акции протеста, была активная деятельность объединения малого бизнеса и в Николаеве, были митинги под Верховным Советом. В результате у парламентариев хватило здравого смысла этого не делать. Мы получили, как сказал коллега, точечные какие-то такие движения в налоговом законодательстве, хотя и это лишнее. Не трогая, допустим, ЕСВ, которым наши реформаторы в правительстве обещали нам заниматься уже очень давно, за 2 года ничего не произошло. Все остальное нельзя менять налоговое законодательство на коленках, как плохой студент за минуту до экзамена. Значит, налоговое законодательство должно быть стабильным. И вот такие изменения даже по одному из налогов. Это в любом случае неприемлемо. Это не способствует стабильной экономике, это не способствует нормальному наполнению тех бюджетов, это не дает возможности бизнесу планировать. Поэтому для меня тревожно то, что сегодня в финансовом и экономическом блоке правительства такие идеи вообще рождаются. Как это происходит? Каким образом игнорируются абсолютно интересы. Это при том, что полгода назад Лафера пригласили в качестве консультанта в Министерство экономики, в Министерство финансов. Лафер, по теории которого строили налоговую систему практически все передовые страны мира, начиная с США и заканчивая Сингапуром. И скажем, что полгода ничего не просидел. Происходит.
наверное, что-то там, что-то предлагал, его послушали, сказали. Поэтому давайте вернемся все-таки с самого начала. Что необходимо сделать для того, чтобы бизнес мог, малый, средний, мог спокойно себя чувствовать, имел нормальную, стабильную регуляторную среду, нормальное, стабильное налоговое законодательство. Исходя из этого, можно будет делать долгосрочное перспективное планирование. Исходя из этого, можно будет прогнозировать и государственные финансы. Спасибо. Согласен, надо закрыть выход в офшоры и сделать офшор у нас. Об этом уже говорили. Он у нас сделан, только не работает этот закон. К сожалению, как-то нас не очень слушают те, кто принимает законы. Господа, я понимаю нетерпение Артема. Я специально начал вот с этой вот темы кормежки детей, потому что она как бы сейчас наиболее активно муссируется. Я согласен с Игорем, что там достаточно много спекуляций в том числе. Вот, но в то же время, да, в городском там у них свои позиции, к сожалению, не смог Александр Федорович присутствовать. Он сейчас в Кабмине, хотя, в общем, собирался быть у нас. То есть по городу мы не очень сможем поговорить, зато вот отлично, что есть представители исполнительной, представительской власти областной. И им точно есть что сказать. Я обращаю внимание наших зрителей на то, что постоянно появляется титр с нашими телефонами горячей линии. Есть страницы в интернете. Пожалуйста, если интересно, хотите, можете обращаться сюда, либо на мою страницу, либо на страницу нашей программы на Фейсбуке. Можно нас смотреть в интернете. Пожалуйста, активнее присоединяйтесь к нашей программе. А я передаю слово, вот, пожалуйста, практически всем, я понимаю, есть что сказать по поводу того, в общем, о чем мы только что говорили. Пожалуйста. Друзья, если позволите, у нас еще одна такая статья, совершенно, ну не то чтобы упущена, она присутствует. Это конституционная норма о бесплатном лечении любого гражданина Украины. Но лечение включает в себя не только посещение больницы, не только установление диагноза, не только обслуживание со стороны врачебной, но и обеспечение медикаментами. Сегодня, к сожалению, вот за последние там 10-15 лет уже стало просто естественной такой обыденной практикой, когда больной человек попал в больницу, ему поставили диагноз, и дальше он никуда не идет, кроме как в аптеку. Сегодня аптеки стали таким, знаете, раковой опухолью, рядом с каждой больницей их несколько обязательно. И, собственно говоря, очень легко понять, каких средств нам в бюджете не хватает, это поднять статистику этих аптек, которые продают препараты. Вот сегодня не так давно получили там ранения, контузии и так далее. Очередные наши патриоты, воины АТО, они прибыли на лечение, их там вертолетом доставили и так далее. И я поехал их проведывать, из реанимации выходит хирург с грустными глазами, и список такой, прямо у него лицо закрыто повязкой, и список выносит. Я говорю, что это такое? Он говорит, ну у нас этих медикаментов нету, а они для наших воинов АТО, ну, жизненно нужны, потому что у одного политравма, у другого контузия, у третьего там еще что-то и так далее. Ну и препараты, мягко говоря, как говорится, первой необходимости жизненной, но бюджетом они не предусмотрены. Их на балансе в больницах нету, зато есть там 500 000 зубных протезов, которые Саакашвили выявил за наши с вами средства купленные, потому что нету бюджетных средств, это наши с вами деньги, граждан простых, налогоплательщиков. Если вы вспомним, кто был главным дантистом Украины, это, в общем, неудивительно. Вот. Возможно, главный дантист, который сбежал, да. Вот. Но, смотрите, дантиста уже давно нету, наши воины и пенсионеры, да, и простые, да. Граждане поступают, например, на лечение ургентно, не дай бог, скорая помощь, или в общем порядке. И конституционная норма, которую кабинет министров обязан выполнять и обеспечить, причем статистически совершенно понятно понять, нам нужно в Антарктиде за 20 000 000 долларов какую-то неизвестную станцию содержать, причем мы не сверхдержава, мы не ядерная держава, у нас шансов нету там закрепиться, это будут, понятное дело, там Россия, США между собой конкурировать, какие-то другие страны и так далее. Но я так думаю, что даже эти 20 миллионов долларов, которые почти там 500 000 000 гривен, да, которые мы на Антарктиду тратим, оказывается, и вы, и я, и все телезрители наши, вот, это, наверное, то, чего не хватает, например, с точки зрения того же питания, Игорь очень мудро, правильно сказал, но нужно же давать то, что принесет не только сытость, но еще и пользу, и то, от чего дети не откажутся,
И то, что социальную границу не увеличит, потому что кто-то побежит за чипсами, лучше бы их не было вообще в природе, конечно, но большинство детей не имеют этих там 3, 5, 10 гривен, чтобы побежать за чипсами. И между ними социальная пропасть образуется, между теми детьми, у кого есть в кармане там эти 5-10 гривен или нету. Вот. Также у нас абсолютно недофинансированы школы. Почему у нас сегодня учебные учреждения? Я, например, отец 5 детей, мы с супругой еще 10 лет назад приняли решение. Мы на родительские собрания вообще не ходим. Есть у нас критические какие-то если замечания к нашим детям, хотя, слава богу, прекрасно учатся там. Вот. Пожалуйста, в дневнике пишите нам и так далее. И ко мне дочка младшая приходит, папа, я не хочу третий раз уже этот цирк слушать. Я говорю, какой цирк? А к нам в школу, в актовый зал приезжают те же самые клоуны, мы уже не смеемся над ихними шутками, но по 20 гривен сдать надо. Вот. Я говорю, солнышко, ты, наверное, не пойдешь на этих клоунов там и так далее, мы 20 гривен даже тебе не дадим, чтобы не было соблазна. И она, ура, и она счастлива, что она не идет. Вот. Но уже школы превратились в такой инструмент не образования наших детей, образовательный процесс на втором плане в школах. А школы превратились в инструмент взимание. Вот у нас, например, в Николаеве есть престижная, хорошая школа. Дай бог, пусть они хорошо учат. Не хочу даже сейчас упоминать ее наименование. Но они даже хвалятся тем, что они создали фонд. И 99% родителей, они являются благотворительными членами этого фонда. И хочешь, не хочешь, там поскольку-то по 500 гривен каждый месяц платят. Но это же позор наш общий. Мы же должны, откроем конституцию. Мы же социальное общество строим. Мы должны лечить бесплатно. Мы должны учить бесплатно. И недофинансирование школ, преподаватели привыкли, давайте на окна сначала соберем, давайте на парты соберем. Ну это в бюджете должно быть. И так далее, и так далее. Поэтому вот я категорически, как и вся моя политическая сила, Батьковщина, всеукраинское объединение политическое, мы категорически против вот этих вот антисоциальных принципов формирования бюджета. То есть я согласен абсолютно с тем, что питание нужно там не от, как говорится, полной тарелки сваренной картошки там вперемешку с какой-то самым дешевым овощем, какой там капусты там, я не знаю, там и так далее положить. А необходимо туда действительно витамины, чтобы были и так далее, и так далее. Сегодня, например, у нас прожиточный минимум, мобилки вообще не включены. Ну, к примеру говоря, сегодня вот у каждого уже пожилого человека есть мобильный телефон. Его приобрести надо, абонентскую плату заплатить надо. Сегодня пенсионеры тоже, ну, как говорится, привязаны к этому средству связи. У нас в прожиточной корзине даже его нету. Вот мы сейчас слышали 1500 гривен. Ну, мне интересно, как прожить. Мне там один мой коллега сегодня смс-ку сбросил. Говорит, я даже не знаю, как коммунальные платежи оплачивать. Ну, там несколько тысяч набегают у него за электричество, за газ, за воду, за уборку придомовой территории и так далее. Ну, это гораздо больше, чем та сумма, которая в конце года до 1500 гривен дотянется у нас, даст Бог, и так далее. Вот. Но многих статей у нас даже нету. Это антисоциальный подход. Мы продолжаем обманывать сами себя. Вацлав Гавел, когда пришел президентом тогда еще Чехословакии, он от слова абсурд, он говорил, ребята, мы живем в абсурдистане. Вот у нас, к сожалению, после распада советского социалистического лагеря, уже 24 года прошло, мы продолжаем жить в абсурдистане. Наши соседи Польша из более бедного состояния в гораздо более процветающее, прекрасное. 500 евро у них пенсия, бесплатная медицина и так далее, и так далее. Чехия и Словакия, каждые сами по себе прекрасно развиваются. Восточная Германия, можно только, как говорится, пример хороший с них брать и так далее, и так далее. У нас из бывших вот стран таких, которые в Советский Союз ходили, ну, наверное, только Грузия. Вот я с удивлением там побывал. Конечно, действительно, развитие, вектор. Причем, ну это не бюджетный вопрос, но тоже очень интересный. Они даже в тех помещениях, в которых милиция находилась, они во время реформы перестали находиться. Они построили новые помещения, чтобы связь разорвать не только кадровую, но и связь еще и даже разорвать физическую с тем учреждением, где были. Шикарное здание построили. Это управление, да, министерство. Да. А простые подразделения тоже, они там более социальные и так далее. Поэтому, ну, как бы вот очень бы хотелось, чтобы благодаря четвертой власти в государстве, которая есть, благодаря которой изменения происходят, это журналистика. Я благодарен нашему областному телеканалу, кстати, за то, что так вот остро вы ставите вопросы без цензуры и так далее. Мы все-таки придем к чему-то трезвому, нормальному и хорошему. Мы очень к этому стремимся, например, в областном совете вместе с городским советом. Мы во вторник принимаем из Европейского союза консультантов, как нам сделать открытую, прозрачную электронную область.
меморандум об этом подписали, рабочая группа у нас совместно с Сенкевичем создана и так далее, и так далее. И Москаленко поддерживает, и губернатор, значит, Мериков эту ситуацию. Я очень надеюсь, что мы таким можем стать небольшим локомотивом, который будет делать то, что не делает Кабмин сегодня, вся Украина не делает. И петиции электронные вводим, и так далее, и так далее. Для того, чтобы любой гражданин принимать участие в жизни городского совета, в жизни областного совета и так далее. Вот наши бюджеты, например, открытые, прозрачные, до принятия мы их выложили. Мы специально сделали хороший сайт, прекрасный. И сегодня любая строка, она обсуждается. К нам общественники приходили, коллега, значит, депутат областной рады, не даст надежды соврать. У нас сессия открыта для всех сегодня, и общественники даже отстаивали целый ряд позиций. Ну вот хотелось бы из этого абсурдистана все-таки переселиться в нормальную цивилизованную страну. Спасибо большое, Михаил Владимирович. Сейчас, секунду, я понял, есть тут у наших экспертов есть комментарии, у всех. И потом Вячеслав Валентинович Бунь. Пожалуйста, да. Так вот, к теме абсурдности цифр. Бюджет 2002 года и бюджет 2016 года. Разница в цифрах в гривне в 12 раз. А население 45 миллионов уменьшилось, если вычесть еще некоторые области, части, до 38 миллионов. И даже с учетом затрат 100 миллиардов на армию и оборону, и внутреннюю безопасность, где деньги? То есть вот действительно соблюдение вот этих конституционных основ уходит, вот как в части сюжета показано, какими-то договоренностями. Вот мы раскопали Вернадского, ну не Вернадского, слава богу, а его станцию. Но это, по всей вероятности, таких станций сотни. А давайте еще добавим деньги Международного валютного фонда. Спасибо. И так далее, есть, и так далее. Спасибо, Саша. Есть комментарий у Артема Вощеленко. Вот, Оксана Евгеньевна, да, пожалуйста. И потом Вячеслав Бунь. Коллега, то, о чем сказал, это о непрозрачности государственного бюджета. Михаил, у меня к вам все-таки вопрос, как к зампредседателю областного совета. Скажите, вот то, о чем вы начали говорить в самом начале, о том, что острый дефицит лекарственных препаратов сегодня в лечебных учреждениях, а еще давайте не забывать, что с учетом того, что многие препараты завязаны на валютное сырье, их стоимость просто элементарно выросла в 3 раза. Скажите, инструментами областного бюджета удается каким-то образом улучшить ситуацию по лечебным учреждениям области? Удалось что-то заложить в областной бюджет, смотрите, чтобы улучшить эту картину? Я хочу сказать, что мы из... вот просто статистику простую приведу. Например, областной бюджет гораздо скромнее, несмотря на то, что абсолютные цифры кажутся больше, но мы просто функцию статистики выполняем. К нам субвенции, например, попадают на город Первомайск и уходят дальше транзитом. Поэтому на 4 миллиарда я предлагаю не обращать внимания. Эта цифра такая, знаете, как говорится, консолидированная. 8 городов наших там, все, которые в область входят и так далее. У нас, например, бюджет развития всего-навсего 165 миллионов гривен. Ну, вы можете себе представить, нам надо от 100 миллионов в области на то, чтобы только содержать дороги. Не ремонтировать, только содержать дороги. От 100 миллионов. И при всем при этом мы нашли больше 100 миллионов, 112, по-моему, если мне память не изменяет, именно на закрытие вопросов медицины в области. Именно поэтому мы поддерживаем областное предприятие «Фармация», которое продолжает по более социальным ценам обеспечивать поставки и препаратов медицинских, потому что коммерческие предприятия, конкурирующие, сложно проконтролировать, а «Фармация», она имеет лимитированную, это областная коммунальная собственность, она имеет лимитированную надбавку небольшую, понятные там прозрачные источники, как говорится, от производителя поставки и так далее. Поэтому да, мы нашли, но я понимаю, что уже мы докатились до того, что даже запрос со стороны здравоохранения, он отсутствует, потому что, я прошу прощения, мы приучили больных в случае попадения в нештатную какую-то ситуацию со здоровьем идти дальше через аптеку. Вы посмотрите, какая социальная трагедия, как много квартир продано, например, когда люди сталкиваются с такой страшной трагедией, как рак, когда люди сталкиваются с сердечно-сосудистыми неожиданными недостаточностью и так далее. У меня был случай, когда просто в больнице установили инфаркт, тут же начали проводить манипуляцию по шунтированию, и с шунтом в теле человека хирург задает вопрос: вы знаете, тут шунтирование, каждый шунт стоит 16 тысяч гривен, у вас есть они или нет? А надо штуки 3 ставить. Понимаете, да? Если ответ отрицательный,
шунт вынимается, и человек умирает. Да? И конституционная норма о том, что у нас бесплатная медицина, она не работает. Потому что она заканчивается летальным исходом больного. Ну, нашлась эта, как говорится, возможность, но не вне рамках бюджета, а просто, ну, как говорится, там, добрые люди, там, и так далее, сбрасывали все вместе. Да, да, да. Вот смотрите, Михаил, я прошу прощения, очень короткая реплика, прошу прощения у коллег. Вы упоминали 500 тысяч протезов, которые Саакашвили обнаружил в Одессе. Зубных, да? Протезов, да. Зубных протезов. Но там же еще большая часть... Там огромный список, да. Нет, интересного. Как это все делалось, и обнаружил. То есть он распоряжением, да, издал распоряжение еще в прошлом году, чтобы все остатки по больницам вывешивались, остатки лекарственных средств, закупленных за счет бюджета. Мы этот вопрос задавали на одной из программ «Контраргумент», когда у нас сидела Маргарита Капуста, да. И до сих пор ничего, она так как-то так улыбнулась, так все это как-то иронично, и на этом все закончилось. То есть наша администрация в лице управления по охране здоровья ни одного шага в эту сторону не сделала. Я эту передачу, к сожалению, не смотрел и не был приглашен. Я, с вашего позволения, вот на контроль возьму. Пожалуйста, мы от областного совета. Это архиважный вопрос. Остатки. Не, я просто даже вот с вашего позволения запишу себе. Это архиважный вопрос. Конечно. Это, ну, социальный вопрос, гуманный вопрос. В больницах. Так, господа, тут вынужден решительно вмешаться, поскольку, в общем-то, никак слово не перейдет к Вячеславу Валентиновичу Боню, а тут уже, в общем-то, народ и звонит, и пишет, и всячески пытается участвовать в нашей программе, не могут дозвониться. Вот я озвучиваю, тут несколько есть комментариев, не все из них цензурные, поэтому, в общем, я их не буду озвучивать, но, сами понимаете, тема горячая. Здесь такие комментарии. Да, однако, вот есть комментарий Аркадия Добогяна. Добрый вечер, интересная передача. Я хотел бы, чтобы ваши эксперты, областная администрация, областной совет, прокомментировали затратную часть, заложенную в областном бюджете, направленную на развитие области. Что они заложили на развитие? Ну, вот, собственно говоря, Вячеслав Валентинович, пожалуйста, я думаю, что наконец-то вам слово. Я прошу прощения всех, кто не дождался реплику. Все получите право на реплику. Просто наконец-то давайте послушаем обладминистрацию. Я, с вашего позволения, чуть позже отвечу пару слов по медицине и по детскому питанию, потому что сам отец, 12-летний сын, и тема действительно больная. Но по этому вопросу, я думаю, правильнее все-таки предоставить слово Ольге Федоровне, заместителю. Хорошо, тогда давайте послушаем зрителя, и потом сразу вопрос, передадим вам слово, если только это не касается какого-то, вот что ответить надо будет кому-то другому. Пожалуйста, слушаем вас в эфире. Алло. Да, здравствуйте, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему в этом месяце, выключи, Витя, почему в этом месяце не выплачиваете детям, матерям, одиночкам деньги? Ну, спасибо, но я понимаю, наверное, вы сможете ответить на этот вопрос, да? Да. Да, спасибо, да, пожалуйста. Значит, я хочу сказать, что вот мы рассуждаем, да, что наш бюджет государственный плохой, что полностью вот нужно изыскивать резервы бюджета, да, что вот у нас есть общегосударственные программы, какие вот с нашей точки зрения они эффективные или неэффективные, но нужно не забывать, что все-таки есть нормативная база, по которой мы должны пользоваться, и согласно ряда норм законов, ответственность за то же питание детей в первых, четвертых классах, это два закона о общем образовании, об охране детства, возложены на органы местного самоуправления и органы государственной власти на местах. Именно в этих нормативных документах записано, что они должны обеспечить и организацию, и само питание этих детей. Это вот вопрос о том, что качество питания детей. Опять-таки есть нормативный документ, это постановление Кабмина еще 2008 года, в которой есть нормы питания. То есть опять нормы тоже строго регламентированы, там расписано в этих нормах не денежные показатели, а именно показатели в натуральном выражении, это постановление 1591, что, какие нормы должны выполняться. То есть органы местного самоуправления, органы государственной власти на местах несут ответственность именно за эти вопросы.
Что касается медицины, да, в областном бюджете у нас положительная тенденция на здравоохранение есть. Но вот мне довелось в 1998 году быть на семинаре совместном Украина изучала опыт Великобритании. То есть МОЗ проводил с Минфином такое общее такое совещание, и мы изучали опыт Великобритании. Но у нас, конечно, понятно, мы все жители этого города и страны, мы знаем, что у нас есть теневая, да, сторона этого вопроса. Так вот, весь бюджет Великобритании по здравоохранению, он такой же почти, как и у нас. На 98% это государственная структура, только 2% такой платной медицины. Так вот, бюджет Великобритании составлял по здравоохранению весь бюджет Украины, хотя территориально и по населению показатели похожи. Поэтому, и опять о возможностях бюджета, да, конечно, нужно изыскивать какие-то и в государственном бюджете, может быть, неприоритетные вопросы и затраты. Точно так же изыскивать, смотреть, рассматривать и в разных местных бюджетах, почему у нас недостаточно средств именно на... Профессор, спасибо огромное. Да, я думаю, что на самом деле эти вопросы мы вам должны задавать. Почему недостаточно средств, да, и так далее. Давайте послушаем глаз народа, потому что он, как известно, глаз Божий. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Я в эфире? Да, да, говорите, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Очень интересная у вас передача, часто ее слушаю, контрагномия, только не могу сюда дозвониться. Вам здесь такой удалось? Вопрос. Я живу в Николаеве, в Черновке, переулок Мирный 1/5. У нас маленькая улица, 16 дворов. Мы на свою улицу проводили и свет, и газ, и телефон, и дорогу сами сделали. Осталось только... 3 года назад были 4 выборы, обещали провести свет. По всем улицам вокруг провели, а на нашу маленькую переулочек не хватило 5 фонарей. Неужели мы опять должны, сейчас остались одни старики, опять сбрасываться на эти 5 фонарей? Интересный вопрос. Спасибо, но я все-таки хочу обратить ваше внимание, что это не совсем по теме, просто потому, что здесь нету представителей городской власти, к сожалению, ответить некому. Но в любом случае, Вячеслав Валентинович, вы уже созрели для ответа. Ну, вы собирались говорить. Я хотел по медицине, то, что вы говорили, что не хватает медикаментов, хирург жаловался. Знаете, очень тяжело проводить реформы, когда в стране процветает популизм. В данном случае не о вас, а в принципе. Я вспоминаю, когда мы еще несколько лет назад были оппозицией, мы этот вопрос поднимали о том, что у нас большая часть, что надо реформировать медицину, поскольку... Львиная доля, практически большая часть, идет на отопление зданий, сооружений, идет на содержание койко-мест, и практически деньги не попадают в первичную медицину, то есть в те же медикаменты. Однако, как только мы сейчас, буквально в конце прошлого года, хотели провести реформу и уменьшить количество койко-мест, опять, в том числе и наши бывшие коллеги по оппозиции, которые... высказывали совершенно противоположное мнение, подняли, скажем так, шум по поводу того, что этого делать нельзя. Так вот, нам надо определяться, мы все-таки делаем реформы и перераспределяем средства в первичную медицину, или мы живем по тем же принципам, по которым мы жили уже много лет. Это касательно медикаментов. Касательно того, что вы говорили по детскому питанию, но здесь действительно все в руках местной громады полностью. Единственное, что я немножко, может, отклонюсь от темы, потому что у самого, как у отца, больной вопрос. Ребенок, реально даешь ему деньги кушать, а он покупает чипсы. Я вот думаю, как предложение, может, все-таки вернуть какую-то систему, я говорю о тех, кто старше 4 классов, какую-то систему талонов, чтобы я, как родитель, мог купить талоны, дать ребенку, и чтобы он гарантированно этот талон получал в суп, кашу и котлету, а не шел и тратил их на чипсы. Вы верите, что он будет это получать, вернее, захочет это есть? Это другой вопрос. Вы знаете, сколько еды выбрасывается? Я с вами согласен, здесь надо заниматься. Этим вопросом еще Александр Курченко занимался. Очень. Спасибо, Вячеслав. Да, я думаю, что вот эта вот история на самом деле с копом и с неубиваемым директором этого копа городского, она еще ждет своего отдельного исследователя и, наверное, десятка прокуроров. Пожалуйста. Я хочу задать вопрос, будут ли есть, тут все комплексно, и ответить на звонок зрителя.
В городском бюджете 14 миллионов заложено на наружное освещение. Я что хотел сказать. Подобные вот ситуации и споры обсуждения о том, что все плохо, у нас, наверное, будут постоянно, до тех пор, пока не изменится сама методология обсуждения бюджета и принятия бюджета. До тех пор, пока мы не будем видеть, откуда берутся эти цифры. Ну, опять же, простой пример. Я не знаю, много это или мало. Строительство нового кладбища. 17 миллионов. Ну, да. Что там строить? Ну, не знаю. Забор. Ну, да. Дальше, мы очень много говорим о проблемах футбола. Да, там футболистам не платят там зарплаты, маленькие зарплаты, плохо играют. При этом 12 миллионов на ремонт, у меня там 6 миллионов на подстанцию и 6,5 миллионов ремонт административного здания. Ну, понятно было бы, если эти деньги на зарплату футболистам или новых футболистов купили. А так, ну, непонятно. Стойте, сейчас больше секундочку. У нас зритель уже минут 5 ждет. Возможно, звонит с мобильного. Давайте послушаем его. И мы вернемся сейчас. Просто, может быть, это как раз в тему. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Извините, пожалуйста. Мне очень вопрос интересует. Вот женщина передо мной спрашивала, будут ли оплачивать одиноким матерям, потому что сейчас отменили. И так вопроса я не точного ответа я не услышала, будут или нет. Мне это очень важно. У меня дочь мать-одиночка и очень страдает от этого. Хорошо, мне спасибо. Очень конкретно хотелось узнать, да или нет. Хорошо, спасибо. Я надеюсь, что Ольга Федоровна ответит, но, наверное, просто вот упустила нить. Есть что ответить, Вячеслав Валентинович? Из бюджета какого уровня это финансируется? Это финансируется за счет субвенций из государственного бюджета, но на местах, то есть в городах областного значения и с районных бюджетов. Городские и районные управления соцзащиты производят выплаты. Насколько я знаю, это статья заложена в бюджете. Вот слова все по-русски, ничего не понял. Что людям сказать? Это бюджета заложено в государственном бюджете. Это детские пособия, в том числе и матерям-одиночкам. Но там добавила статья такая, что она зависит, эта выплата, от совокупного дохода на члена семьи. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы можете пересчитывать. Она одна, ей надо предоставить сегодня справку о своем доходе. Да. Если она нигде не работает, то такой справки ей дать никто не может. Угу. И сегодня нонсенс, сегодня соцслужбы сидят и говорят, что делать. Если мать-одиночка, вот она одна воспитывает ребенка, на эту дотацию сегодня, если он первый там 900 с копейками гривен, жить, понятно, невозможно с ребенком. И у нее не имеет она возможности трудоустроиться и работать. Если она не трудоустроена, у нее нет справки, то сегодня органы соцслужбы не могут у нее взять даже пакет документов, они сегодня все озадачены. Хорошо, ну вот, тем, что нет разъяснения до закона. Ну вот реальная проблема, да, Надежда Леонидовна, вы все-таки депутат областного совета. Михаил Владимирович, первый заместитель председателя областного совета. Вячеслав Валентинович, заместитель губернатора. Господа, скажите, вот что делать в таком случае? Кому обращаться? Куда бежать? У меня есть предложение. Смотрите, я вижу, что... Подождите, пожалуйста, вы перебиваете, да. Я вижу, что мы сейчас с этим вопросом неожиданно столкнулись. Я думаю, что мы сможем квалифицированно ответить. Возможно, если следующая передача, контраргумент... Ближайшая горячая линия, нам надо ждать контраргумента. То есть мы не знаем, кто сейчас позвонил, там, и не можем по адресу написать, перезвонить, завтра дать... квалифицированный ответ. Давайте мы просто следующую передачу. У меня такая реформаторская инновация, знаете. Давайте начнем с ответа этой уважаемой телезрительницы. Попросим, чтобы она именно в четверг в 19:30 включила наш областной телеканал Николаев, и мы ответим ей. Вот. Но мне кажется, это будет профессионально квалифицировано, чтобы сейчас мы не вводили себя и телезрителей, не дай бог, в заблуждение. Хорошо, спасибо. Я думаю, что мое предложение, что наиболее профессионально и квалифицировано, если эта женщина напишет запрос официальный. Куда, как это сделать? Нет, хорошо, вот наши зрители, их много. Два человека звонило, я думаю, на самом деле гораздо больше. Скажите, пожалуйста, да, Ольга Федоровна, вы скажете. На следующую передачу пригласить департамент соцзащиты, который ведает этими вопросами, они
Я как директор этой компании обещаю, что мы проанонсируем горячую линию. Однако, вот что мы можем людям сейчас ответить? У вас есть какая-то формулировка? Когда пишется письмо на имя того же губернатора, губернатор расписывает на профильный департамент, этот вопрос в любом случае идет к профильному специалисту. Поэтому обращайтесь письменно. Я согласен, что передача как средство коммуникации – это важно и серьезно. И хорошо, и тем не менее, официальное письмо в администрации его направят на профильный департамент, и там человек получит ответ. Если он не получит ответ, или получит ответ, который его не удовлетворит, то он может еще раз обратиться на передачу и сказать: вы знаете, мне здесь ответили, непонятно что и непонятно о чем. Вячеслав Алексеевич, вот вы, говоря простым языком, заместитель губернатора, да? Лично я не затягиваю, я не отталкиваюсь там от того, что у меня есть. Господа, я вам не мешаю случайно, нет? Порубайте. Вячеслав Алексеевич, вот вы заместитель губернатора, да, не будем даваться там в ранг, там, за что вы именно отвечаете, но вы вот второй человек, можно сказать, в руководстве области, да, в исполнительной вертикали, ну, третий. Скажите, пожалуйста, можете вы гарантировать, что на ближайшую горячую линию к нам, у нас регулярно проходят эти горячие линии, там, чем живая область, Забытая Влада и так далее, придет представитель социального департамента социальной защиты и подробно ответит на те вопросы, которые прозвучали здесь? Я не могу, скажем так, гарантировать, что придет специалист. Пусть человек подойдет в облдеш-администрацию, 509-й кабинет. Я посмотрю на ее письмо, и я свяжу ее с профильным специалистом. Поэтому, ну, горячая линия, я не могу приглашать сюда специалистов, которые, департамент, который мне не подчиняется. Это как минимум некорректно. Давайте мы... Хорошо, спасибо. В любом случае, 509-й кабинет, Вячеслав Валентинович Бонь, заместитель губернатора обл.администрации. Пожалуйста. Пожалуйста, ну пусть подходит. Хорошо, большое спасибо. Зритель ждет, спасибо, что вы нас дождались. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, если работаешь в бюджетной организации и заставляют принудительно вступать в профсоюз, это правомерно или нет? Если ты хочешь выйти из профсоюза, объясняют, что ты можешь попасть не милость главврача там или начальства. Спасибо. Ну тут у нас есть и юрист, и представитель профсоюза. Пожалуйста, кто будет отвечать? Два слова, наверное, я, дальше более подробно. Конечно же, подобное требование является абсолютно незаконным по определению профсоюз. Это добровольное объединение граждан, да, и никаком принуждении законодательно, по крайней мере, говорить совершенно нельзя. Ну, а у тех составляющих, которые были сказаны о том, что при этом угрожают немилостью, ну, это, наверное, уже я вам передам слово. Ольга Андреевна, вы у нас профсоюзный босс, пожалуйста. Елена. Ой, Елена, простите, пожалуйста. Ничего страшного. Я хочу сказать, что это вообще нонсенс, чтобы профсоюз заставляли вступать. Профсоюз исключительная организация, добровольная, и только если у человека есть желание вступить в организацию с целью защиты своих социальных и трудовых прав. Все остальное, я теперь хочу спросить, а кто там руководитель профсоюза, что позволяет то, чтобы к людям относились, даже если он не член профсоюза, но на предприятии было оказано такое давление. Я рекомендую всем членам профсоюза этой организации, которые действующие, просто собрать профсоюзное собрание, наверное, переизбрать председателя профсоюза. Это просто ганебно для профсоюзного движения. Спасибо, Елена Андреевна. Звонок в студию. У нас сегодня просто аншлаг. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать вам такой вопрос. Я работаю в Жарневой центральной районной больнице. И у нас было собрание. Нам сказали, что бюджет не заложенные деньги, и что переработки, и когда человек в отпуск уходит, нам не будут оплачиваться, работать на голую ставку. Скажите, пожалуйста, на каком основании это все? Спасибо. У нас есть эксперты. Пожалуйста. Ну, вот опять-таки нужно определяться на местах, какое учреждение, какой объем расходов, какой конкретно случай. Если доплата за замещение, то есть постановление 65, в котором написано о источник финансирования расходов по здравоохранению. Это государственные деньги, то есть мы пользуемся только этим документом. Заместительство прочему персоналу запрещено производить за бюджетные деньги. Если это медицинский персонал, тоже нужно смотреть в конкретном случае, почему это происходит. Ольга Федоровна, вот вы, это знаете, как в том анекдоте, говорит, официант, у меня в супе муха, что бы это значило, а я здесь еду разношу, а не приметы толкую. Так вот я хочу сказать, что вы законы толкуете, понимаете, люди ждут вот какого-то прямого ответа на то, что делать, если у него муха в супе. Вячеслав Владимирович, может вы как-то прокомментируете? Ну, вам специалист говорит о том, что должна быть конкретика. Ну, конкретика должна быть. Нет, хорошо.
Тут людям говорят, мы вам не доплачиваем, потому что вообще эти расходы не заложены. Вот человек спрашивает, им врут в принципе? Или там какие-то в частностях, может быть, просто лукавят? Господа зрители, я очень прошу, пожалуйста, звоните. Называйте конкретные адреса, пароли, явки, чтобы уже как бы получить конкретные ответы. Секундочку, Лена Андреевна, Вячеслав Владимирович, вы закончили с ответом на вопрос? По сути, да. Хорошо, спасибо, что я вас вижу. Давайте послушаем зрителя и, пожалуйста, вы, Лена Андреевна. Да, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый я вечер. Я хотела задать вопрос. Только что сказала попереди, мать-одиночка получает 960 гривен, я получаю 440, новый БУ. Как нам дальше жить? Идти забрали. Спасибо. Ну вот, Елена Андреевна, вы хотели, пожалуйста. Я по поводу того обращения, которое я услышала от сотрудников здравоохранения, еще вам хочу сказать, что все, что происходит с вот этими невыплатами, отказом выплаты, доплаты и так дальше, вот здесь явно недоработка профсоюза работников здравоохранения. Это прямая работа председателя профсоюза организовать работу на предприятии по разъяснению законодательства, что касается оплаты труда. Вот здесь они не дорабатывают. Поэтому не надо им куда-то ходить в администрацию. Им нужно самим собраться, потребовать о том, чтобы председатель профсоюза на предприятие пригласил представителя соцзащиты или представителя органов власти, или пенсионного фонда, ну какого направления касается, и должны конкретно на предприятии провести разъяснительные работы. И в случае установления нарушения прав человека, что руководитель говорит, мы вам доплачивать не будем, потому что не хватает средств, они должны по закону выплачиваться. Профсоюз обязан потребовать выполнения закона, который в отношении их по выплатам и доплатам. И тогда уже должны идти в администрацию, должны идти в вышестоящие органы, обращаться в суд и так дальше. Поэтому это здесь нужно не ждать, чтобы на один вопрос отвечали все вместе и решать вопрос на одном предприятии. Хорошо, спасибо. Это действительно рецепт. Я думаю, Надежда Валерьевна, да. В любом случае платит налоги, платит фонды. За счет этих фондов у него гарантируется право на больничные и на отпускные. Как их можно не давать? Спасибо. Последний звонок на ближайшие 10 минут, это я говорю нашему режиссеру, потому что иначе мы никак вот не дойдем до тех, кто молчит с начала передачи. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Сергей. Я хотел сказать по поводу вопроса, по поводу детских выплат. У нас женат медики. Третьему, старшему 5 лет, среднему 3 года и младшему полгода. Дело в том, что вообще что положено получать нам в данный момент на этих детей? Мы муж и жена. Это вопрос. Вы закончили вопрос, да? Хорошо, спасибо. Это на этот вопрос можно ответить? Опять-таки, это конкретный вопрос, тоже должны органы соцзащиты отвечать, но на детей при рождении дается помощь, это как в общем я говорю, да, и может дать средства, выделить средства государства, как малообеспеченной семье, и опять-таки, в зависимости от доходов семьи, в зависимости установленного прожиточного минимума. Ярослав, можно я чуть-чуть дам комментарий в общем по таким вопросам, и почему я считаю, что надо письменно обращаться, если такой вопрос есть. Вы поймите, на передаче вообще нет универсального чиновника, как универсального солдата, который бы глубоко знал все направления. Возьмите вот коллегу из налоговой, вроде налоги, но даже в налоговой есть кто-то, кто специализируется по НДС и глубоко знает НДС, кто-то по прибыли, кто-то в медицине специалист, кто-то в соцзащите. Поэтому для того, чтобы на такие узкопрофильные вопросы отвечать, ни один чиновник, скажем так, чиновник департамента финансов, он вам не ответит на все. Здесь должны быть представители тогда медицины, соцзащита, и тогда это будут профессиональные ответы. Хорошо, спасибо. В любом случае, я обещаю, что ближайшая наша программа «Запытаю Влады» будет посвящена именно этим вопросам. Тут, благо, достаточно есть представители власти самых разных уровней. В общем-то, мы постараемся, чтобы действительно ответы были компетентными. Кроме того, используем фрагменты этой передачи для того, чтобы ответить на вопросы, чтобы именно компетентные, действительно занимающиеся узкопрофильные специалисты могли дать вам исчерпывающую информацию. Вячеслав Валентинович, вам было что сказать? Да нет, просто хотел ремарку, предложение. Возможно, эта ситуация, вот люди казались заложники, то же, что я уже говорил, в больницах, в учебных заведениях.
Сегодня они живут из-за того, что бюджет не принят, не проголосован, живут по 1/12 прошлого года. А затратная часть сегодня значительно больше, чем в прошлом году, потому что добавились целый ряд статей расхода. Это и дополнительные учебные заведения, которые раньше центрального бюджета, и сейчас местного, там детские спортивные школы и прочее. Поэтому, возможно, это просто временная проблема, которая исправится после принятия бюджета. Хорошо, спасибо. Это звучит оптимистично. Пожалуйста, да, Оксана Евгеньевна, Елена Андреевна. Здравствуйте. Я хотела сказать, знаете, о том, что столько вопросов о выплатах, о распределении бюджета, мы совсем забыли о том, что первично. Первично – это экономика. И мы забыли о том налоговых изменениях, пускай это не кодексах, но тем не менее, которые были приняты. Много манипуляций говорится о том, что снижено, не снижено, но реальные подсчеты экономистов, и у нас в стране, кстати, 80 организаций, которые компетентно занимаются экономическими исследованиями. И вот как бы инсайдерская информация о том, что у нас сейчас фискальный процент ВВП увеличен по сравнению с прошлым годом, с 47 до 52. Это значит то, что бизнес, у него остается меньше денег. Значит, меньше денег пойдет дальше. Меньше пойдет тем людям, которые вот спрашивают о выплатах. И у меня вопрос был все время, пока обсуждался бюджет и налоговый кодекс. Почему не было оприлюднено информация о том, какие реальные цифры. Бюджеты манипулируют. Мы все знаем, что с учетом инфляции бюджет есть профицитный. И в конце года у нас повиснут деньги, которые нужно будет куда-то срочно тратить, куда-то срочно распределять. Но эти деньги будут высосаны из экономики. И через год, а мы с вами живем не один год, не два, слава богу, мы получим фактически мертвую страну, в которой тяжело будет работать абсолютно всем. А, соответственно, предприниматели – это не те злодеи, которые не платят налоги, а те люди, которые дают рабочие места. Неважно, какого это размера предприятия, то ли там 2-3 человека, то ли там тысячи людей. Ну, все начинается от экономики. И я надеюсь, что в этом году мы все-таки вернемся к проекту «Южанины», который был разработан, где было снижение фискального давления до 40%, что мы вспомним опыт Грузии, которая единоразово 40% уменьшила на 17% налоговое давление и получила на 37% больше налогов в следующие отчетные периоды. Мы об этом забываем. Бюджет – это вторично. Сейчас мы будем иметь бюджет в профиците, потому что мы имеем за собой прошлый год с инфляцией там, более 56%, насколько я помню. В этом бюджете заложено, насколько я знаю, 12% инфляции. Это опять же неправильно, то есть это заниженный процент инфляции. Точно так же, как и курсовые моменты. То есть мы манипулируем цифрами бюджета, которые нам говорят с экрана. Точно так же говорим, манипулируем тем, что нам это сказал Международный валютный фонд, нам это сказал еще кто-то, но мы не знаем этих рекомендаций. И очень маловероятно, что Международный валютный фонд, допустим, получил информацию, которую до него донесли. Что туда было внесено, никто из нас, к сожалению, не знает. А предприниматели, я могу сказать, как представитель бизнеса, что нужно предпринимателям? Во-первых, это снижение налоговой нагрузки для того, чтобы заработала экономика. И во-вторых, мораторий на изменение налогового законодательства. Потому что если сейчас мне скажут, хорошо, мы снижаем налоги, даже тот же единый социальный внесок, где гарантия, что через два месяца он его не, государство его не повысит до 50, сказав, ой, нам денег не хватает, нам нужны опять деньги, давайте мы изменим это все. Поэтому бизнес настолько боится и не доверяет государству, считает. С проверкой придут, да. Ну да, или просто, да, или просто. Кстати, насчет проверок, давайте еще говорить, что по статистике 2% всего лишь это в бюджет, это поступление от налоговой полиции, скажем так, милиции, да, извините, от налоговой милиции 2% всего лишь. 98% предприниматели платят добровольно. Поэтому предприниматели – это все-таки не злодеи. Это те люди, которые содержат страну и которые являются… По сути, мы инвесторы своей страны. Поскольку мы вкладываем прибыль в развитие дальнейшее, мы платим людям заработную плату. И вот этих всех вопросов, почему как матерям-одиночкам, почему в больницах так. Да по большому счету, если бы люди имели возможность заработать, не возникало бы вопросов с бесплатной медициной, бесплатным образованием и всем остальным. Нужно дать людям возможность заработать, а значит, нужно дать возможность людям дышать. Спасибо, Оксана Евгеньевна. Да. Просто цифру по поводу валютных соотношений и всего остального. Уже сегодня вечерний курс почти на 10% больше, чем заложен средний по городу. По году, да.
уже сегодня, в середине января, на 10% больше, чем по году. Простите меня, как можно рассчитывать такой бюджет? Да. Какой, какая тогда реально будет инфляция? Спасибо. Еще насчет театра абсурда, то есть где мы живем. Мы абсолютно еще забываем, что, допустим, в Соединенных Штатах давление налоговое на предпринимателей 29%. Это значит, что 71 цент остается у предпринимателя. У нас сейчас 52. То есть, как вы считаете? А я вам принесу... Предложу. Нет, да, это считают, это считаю не я, это считают экономические институты. Как бы в СМИ это, да. Это... Нет, но это опять идет манипуляция. То есть мы снизили, но увеличили на недвижимость. И то, что говорит на сельхозпроизводители, это не фермеры будут платить, платить будут потребители, потому что фермер просто не сможет это отгружать по себестоимости, понимаете? Я вам отвечу. Плюс, да? Я еще забыл так называемый коррупционный налог. Да, пожалуйста, я буквально... Да, конечно. У нас... Первая передача, которую я был, помните, была посвящена как раз вот этой теме. Я по поводу сельхозпроизводителей вам отвечу. Да, и как бизнесмен в прошлом, и как сейчас налоговик. То, что вот эта льгота на НДС, которую у них сейчас забрали, наверное, не знаю, ну, в 70% случаев она как бы использовалась для того, чтобы легализовать там сельхозпродукцию, купленную за наличные. Да? То есть в свое время она была придумана для поднятия как бы нашей этой сельскохозяйственной отрасли. Но на сегодняшний день она уже далеко у нас не убыточна, она сверхприбыльна. Ну, хотя бы кто-то может, страну нужен. Мы с вами уже дискутировали на той передаче. Достаточно было той квоты для того, чтобы этого не делать. Здесь и 20 квоты в какой-то на нектаре. Я согласен, нужно было делать так резко сразу, там 85-15, да, как сейчас, постепенно. Да. Ударила по агрохолдингам крупным, оно ударило только по средним и по малым сельхозпроизводителям товара, причем даже не по одноосібникам, які НДС как не платили, так и не будут платить, а по средним, и которые самые добросовестные налогоплательщики, прозрачные, открытые, те, которые платили, те сегодня и наказаны, понимаете? Сельское хозяйство – это один из наших работающих секторов экономики, его фактически дополнительно обложили. Лена Андреевна, пожалуйста, вам слово, и на эту сторону поля передаем мяч. Пожалуйста. Друзья, вот мы сейчас говорим, мы слышим, да, мы перешли в плоскость разговора только о затратной части нашего бюджета. А у нас зритель спрашивал это как раз о доходной. Но мы сегодня, мы говорим, у нас сегодня страна в жалком состоянии, у нас сегодня в таком бедственном положении защищенные слои населения, что просто ужасаешься. И мы говорим, закладывают инфляцию там 12%, она к концу года минимум 24% будет, а мы сегодня бюджет, даже рост бюджета, для того, чтобы покрывать расходы, должны быть доходы бюджета, доходная часть, основная. Так сегодня доходная часть бюджета рассчитана без учета инфляции, прогнозируемой 12% всего-навсего заложили. Это говорит о том, что индексироваться зарплаты все будет не больше, чем на 12%, а когда инфляция выше, это говорит о том, что в этом году люди еще значительно станут ниже, беднее. Я принесла вам специально налоговый кодекс, тот документ, на основании которого формируется бюджет страны. Вот этот налоговый кодекс, мы еще в 2010 году говорили, его выкинуть в помойку надо, потому что все, что здесь написано, вот этот огромный талмуд, он настроен только на одно, чтобы разрушить экономику страны. Здесь ничего не сделано для того, чтобы экономика наполнялась, то есть бюджет наполнялся. У нас сегодня крупные предприятия в офшорах не остановили, этими корректировками, которые внесли, не остановили поток денег в офшоры. Мы сегодня он не останавливает контрабанду, которая завозится, в нас ходит по границе. Сумасшедшие таможенные платежи, которые не платятся, которые могли бы сегодня помочь нашему государству. Мы сегодня говорим о медицине, ужасная ситуация в медицине, но мы совсем не говорим, что принимая реформы, говорить о том, что нужно выделять деньги, мы сегодня говорим, да започаткуйте медицинское страхование, вы же так снимете сегодня. Я хочу сказать, что в принципе вы говорите очень правильные вещи, единственное, только вы их адресуете не тем, потому что, что вы, Оксана Евгеньевна, что вы, Лена Андреевна, вы говорите... как бы адресуясь к законодателям, а их, к сожалению, здесь нету. И поэтому вряд ли любой из присутствующих здесь может ответить, почему законодатели не публикуют те цифры, которые они потом обсуждают и принимают на коленке. А мы надеемся, что некоторые смотрят по телевидению сегодняшнюю передачу. Я говорю, мы здесь сидим, представители власти, представители общественности, здесь нет законодателя. Это не говорит о том, что мы не должны поднимать совместно эту проблему, мы об этом говорим. Так вот, я хочу предложить...
Так, я хочу рецепт предложить, да. Нет, это все правильно, я просто хочу перейти к практической части. Оксана Евгеньевна, давайте заканчивайте, говорите, да, и сюда, пожалуйста, да. Да, я просто хотела еще раз вернуться к тому, что предприниматели уходят в тень не от того, что им нравится не платить налоги, а от того, что иначе им придется просто закрыть свой бизнес. Большинству из них просто придется сесть на пособие по безработице. Если они когда-то платили, просто станутся безработными, все. И поэтому пока не услышат предпринимателей, малых, средних, да и больших, даже те холдинги, бог с ними, давайте о них забудем, но давайте не будем убивать малый и средний бизнес. Это может нам хоть немного помочь. Спасибо. Еще скажу, минутку. Начиная с малого и среднего бизнеса. Да, чтобы не убывали малый и средний бизнес, мы поднимаем людей и везем их в Киев. Это нонсенс, когда 17 декабря мы за полтора суток собрали больше 10 тысяч человек со всей Украины. Киев практически не поддерживает. Господа, вот нас смотрят и очень активно комментируют. Я все пытаюсь ставить свои 5 копеек, но все-таки вот попытаюсь, да? Вот один вопрос. Значит, с одной стороны, социальная демагогия. Детсадов за 200 гривен, питание в школах, бесплатная медицина, нет в богатых странах, а у нас должно быть. Папаша 3 детей спрашивает, почему государство его не содержит. А предприниматели требуют уменьшить вдвое налоги, лучше вообще отменить. Как у них в головах это помещается? Ну, пожалуйста, конечно, ваши спрашивают. Мы предприниматели с 2001 года. Налоги платим, скажу сразу. Но каждый раз, когда я считаю, какая себестоимость у меня получается продукция, мы пытаемся выйти на экспорт. У нас работают люди, мы создаем рабочие места. Мы начинали со 100 долларов. Сейчас у нас работает около 50 человек. Но, тем не менее, я каждый раз, когда пытаюсь выйти на экспорт, кстати, у нас одна из тем была, это свободная зона экономической торговли. Когда я разговариваю со своими партнерами, и я показываю им структуру себестоимости, мы все об этом говорим, то они не понимают, почему я не могу им сделать скидку на возврат НДСа. Потому что реально это, все знают, это одна из главных коррупционных схем в стране. Все об этом молчат, все об этом молчат. Только, пожалуйста, коротко, потому что у вас опять будет спич на полчаса, у нас осталось 20 минут до конца передачи. Да. Я очень быстро говорю. Еще раз говорю, вернемся к наполнению бюджета. И то, что говорят, что надо вообще отменить, там, так с иронией вы зачитали, нужно вообще, может быть, отменить, чтобы бизнес не платил налоги. Скажи, наш бюджет рассчитывает то, что маленькая часть дохода, учитывая, что очень много теневого бизнеса не получает, наш бюджет должен в разы быть больше, если легализовать темные теневые потоки. Но мы должны говорить о том, что контроля за органы местной власти на местах сегодня не осуществляют желаемого контроля за теми потоками, за расходованием средств, которые растекаются по бюджетам. А вы знаете, что мы публично заявили, в прошлом году у нас только в местном бюджете, мы нашли 6 миллионов легонечко, не проверяя, не вникая далеко. Поэтому сегодня говорить нужно, самое главное, что когда планируется бюджет, когда разрабатывается система налогообложения, должны создаваться условия для развития промышленности. Малый и средний бизнес сегодня через промышленные предприятия должен поднимать экономику. Это создание рабочих мест. И тогда, естественно, только должно быть снижение налогов, а не давить налоговым прессом. А за счет создания рабочих мест, за счет других налогов, мы сегодня можем говорить о том, что это принесет доход. Но как можно говорить о доходах этих, если сегодня налог на коммерческую недвижимость? Какое сегодня предприятие будет открывать, развивать свои потужности, если сегодня облагает дополнительными налогами? Оно одно другим. Мы просто запрессинговываем бизнес, и все. Спасибо. Еще один вопрос зрителя. Что значит должны выплатить? Это по поводу вот того, что говорили, что врачам не выплачивают, а вы сказали, что как это должны, обязаны выплачивать. Что значит должны выплачивать, если бюджет не заложен? А главврач что, из своего кармана должен платить? Вот вопрос, собственно говоря, был как раз к вам, как представителям непосредственно вот экономической, да, сферы в областной власти. Так в бюджете вообще вот заложены эти деньги, по которым должны платить? Вы говорите, надо там по конкретным случаям смотреть. В принципе, эти деньги вообще есть или их в природе не существует? Деньги на здравоохранение? Я прошу прощения, я предоставлю вам слово. Вы поймите, есть три уровня бюджета: районный, областной, городской. Для того, чтобы отвечать, надо как минимум понимать, представитель какого медучреждения звонит. Вот вы говорите, как я могу дать общий ответ, если я... Жовтневая ЦРБ. Бюджет Жовтневого района принят у нас? Бюджет принят.
Принят, но когда? Уточнение было вот только 12 числа. То есть роспись годовая еще не составлена, работают все по временной росписи, это 1-12. Он может быть в январе ограничен. Надо понимать, для того, чтобы адресовать правильно вопросы, надо понимать, как принимается бюджет. Бюджет принят 25 числа, есть 2 недели на внесение поправок. И практически все, там сколько, 300 с чем-то бюджетов, вносили поправки. И вот буквально эту неделю еще местные советы переголосовывали бюджеты. После этого направляется бюджет в течение месяца в облсовет на экспертизу. Это мы эти бюджеты получим на экспертизу в лучшем случае к середине февраля, правильно? Поэтому адресовать сейчас этот вопрос сложно, действительно. Но нормы так выписаны, что раньше февраля мы этих бюджетов не увидим. Хорошо, Владимир Владимирович, я тогда возвращаю... Это опять некачественная работа. Я тогда возвращаю вас... Так, к... это да есть, я ты, тогда ты возвращаю есть вас к вопросу... Ты не сделаешь быстрее. К вопросу зрителя. Пожалуйста, прокомментируйте затратную часть, заложенную в областном бюджете, направленную на развитие области. Что было заложено на развитие? Ну, тогда я могу сказать, что да, у нас в этом... В 2016 году заложено 83 миллиона на бюджет развития. Это 8 миллионов 400 у нас капитальные расходы на приобретение медицинского оборудования, это 19 миллионов на приобретение школьных автобусов, это пополнение библиотечных фондов, областных библиотек миллион. Разница – это у нас расходы на капитальный ремонт и реконструкцию объекта социально-культурного назначения, именно областного значения. Спасибо, Ольга Федоровна. Так, Оксана Евгеньевна, очень коротко, и мы уже переходим сюда вот безо всяких вариантов. Пожалуйста. Да, я еще просто хочу ответить телезрителю, который говорит, что предприниматели хотят уменьшить налоги. Я ему объясню, почему. Есть в макроэкономике такой закон, что двигателем экономики есть 3 пункта. Первое – это инвестиции, второе – кредит, и третье – снижение налогов. Инвестиции и кредиты у нас закрыты в связи с воюющей страной и низким кредитным рейтингом. Остается снижение налогов. Эффективно работающие предприятия будут реинвестировать средства в экономику, соответственно, выплачивать выше заработную плату, чем будет повышать уровень жизни населения, собственно, вас и нас всех вместе. Все. Спасибо. Итак, господа, у нас осталось совсем немного времени. Я вот хочу спросить. В принципе... Вот мы говорили о действительно о очень разных вещах, к сожалению, многие находятся действительно не в сфере вашей компетенции. Однако вы являетесь представителем политических партий, парламентских политических партий. У вас в любом случае есть какая-то связь, ну, у Михаила Владимировича больше, понимаешь, у Слава Валентиновича меньше, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, к сожалению, не было здесь депутатов, ну, которые могли бы сказать напрямую, вот да, мы будем делать и так далее. Хотя, скажу честно, они люди искренние, они хотят, они говорят, да, будем делать, а потом сталкиваются вот с серой будничной действительностью Верховной Рады, и оказывается, что они даже сделать ничего и не могут. На самом деле, может быть, как раз обращение вот целенаправленных областей, городов по поводу происходящего, может быть, это даже более эффективно, я не знаю. Скажите, пожалуйста, вот из всего того, что вы здесь услышали, можно что-то сделать? Пожалуйста. Смотрите, я могу пример простой привести. Например, мне кажется, что нельзя называть реформами сокращение там койко-мест, потому что это не просто уменьшение возможности размещать больных, но это в первую очередь сокращение численности врачебного персонала в том числе. И я в качестве примера это привожу. Я в качестве примера это привожу. Мне кажется, что нужно... Не перекладыванием, как говорится, там с больной головы на здоровую, а методом увеличения, например, доходной части. Вот приведу простой пример. В целом многие области от корыстования надрами получают там кто 200 миллионов, кто 500 миллионов, кто 600 там, и так далее, и так далее. Наша Николаевская область это просто чемпион по тому, как мы умеем минимальную планку получения этого вида доходов, который остается у нас в области. Мы получаем, если мне память не изменяет, там 20 или 22 миллиона гривен всего за год. Вот, и смотрите, вот сейчас коллега мне подсказывает о том, что у нас 2 карьера, а я хочу ее разубедить. У нас гораздо больше карьеров. Например, в Жафневом районе идет незаконная добыча песка. И это незаконная добыча песка, там уже котлован 100 метров. Причем, значит, пытались остановить с прокуратурой, пытались остановить с милицией. Все равно эти западные какие-то супердорогие трактора тихонько, по ночам выгребают, продают этот песок. И ни одной копейки бюджет области не получают.
Вот, в конце концов, даже руководитель районной державы, вы скажете сейчас, да. Причем руководитель районной державной администрации, сейчас она голова облсовета, она даже вынуждена была уже в судебном порядке остановить, потому что там какие-то, видимо, какие-то взаимоотношения неуставные были с правоохранительными органами, наверное. Вот, и представляете, вдруг суд в апелляции выигрывает, судья говорит, вы на нас не давите, мы тут сейчас именем Украины разберемся, как нам жить дальше. И оказывается, что это не незаконный карьер, который особо крупный ущерб наносит нашей области в связи с недополучением в бюджет этих средств. А оказывается, это себе фермер копает накопитель для воды. Но это цинизм высшей гильдии. Причем те значит, судьи, которые приняли, но они просто предали народ Украины. Они нарушили присягу. Но они просто изменили родине. Знаете, вот если так уже совсем выражаться радикальным образом, да? И у нас, если мы сможем в течение ближайшего года областной совет все-таки легализовать эту добычу, во-первых, это охрана труда повысится, во-вторых, люди будут официально там числиться, начисляться будет значит, налог на зарплату и так далее. Но самое главное, за использование наших недр будут поступать средства в наш бюджет, которые напрямую будут корреспондироваться, в бюджет развития будут поступать. Вот, мы, к сожалению, сегодня ну, просто отстаем на порядок от других областей. И у нас масса полезных ископаемых, которые мы можем добывать, в том числе редкоземельные для производства там, аккумуляторных батарей и так далее. Там доходы значительные. Я вот сейчас поднял в областном совете, в экологической комиссии, лежит целая масса там, добыча воды, добыча там, всяких и так далее, и так далее. Полезных ископаемых редкоземельных, расчет. По только лишь налогам на користування надрами десятки миллионов долларов может быть каждый год. А мы это не легализуем, мы это почему-то, ну предыдущие там наши коллеги, я очень надеюсь, что мы в нашей каденции сможем преодолеть этот барьер, сможем эту коррупционную составляющую, в которой уже даже суды как бы задействованы, понимаете. Вот, поэтому я считаю, что реформы это именно вот такие шаги, открытость, прозрачность, легализация. И мне очень жаль, что сегодня из-за вот этой неграмотной такой государственной политики частных предпринимателей становится все меньше и меньше. Это вот просто патриоты огромной Украины, потому что они самозанятая часть населения. Они идут в рисковое поле в старости, потому что у них начисления на заработную плату фактически, ну там, совсем им тяжело отсутствуют, да, правильно коллега мне подсказывает. И вот мне кажется, что реформаторство это не перекладывание, знаете, тут мы давайте немножко там койки уменьшим, а таблеток чуть-чуть больше купим. Это совсем не тот подход. Нам нужно становиться прозрачными, нужно становиться открытыми, нужно делать так, чтобы минимально чиновник любого уровня коммуницировал и минимизировать разрешительные массы документов. Я был соавтором закона по дерегуляции. Причем там из 1500 норм, которые мы хотели отменить, мы только 550 отменили. А нам еще отменять, отменять и отменять. Сегодня любое предприятие должно получить сначала там лицензию на производство целого ряда продукции, потом ее производить. Вот сегодня я знаю, там даже корабельные наши заводы, они уже все потеряли сертификаты и потеряли право производить корабли, хотя у них и кадры есть, и стапели там, слава богу, еще остались, и чертежи есть, и заказчики есть. Но теперь съезди в Киев, там десяткам чиновников неизвестно, как надо с ними общаться, чтобы получить там ту же сертификацию и так далее, и так далее. То есть у нас нужна, во-первых, вот эта вот дерегуляция, нам нужна децентрализация, только не такую, как нам Гройсман красиво рассказывает. Ну, нам тут же рассказывают, у вас там на 30% больше денежек осталось, только вы, не дай бог, на развитие их не потратите. Вот мы теперь сами не будем финансировать, там, например, там, какие-то статьи расходов. Вот вы на них их и потратите. Так какая же это децентрализация? Какая же это свобода распоряжения средств местными органами самоуправления? Василий Михайлович, есть... у меня остается совсем мало времени. Вячеслав Викторович, ввиду отсутствия Ухмановского, вы сегодня подведете итог. Вячеслав Викторович, Бонь. Два Вячеслава Викторовича, чтобы не путались. Пожалуйста, вы. Я очень надеюсь услышать Дмитрия Игоревича. 10 минут. Пожалуйста, господа, максимально коротко. Касательно реформы судебной системы, это действительно, ну это слезы вызывает. Действительно, цинизм, действительно, реформировать надо. И даже исполнительная власть очень часто, не то что часто, а просто не знает, как с этим бороться. Это отдельная ведь власти, и однозначно ее вычищать надо. Касательно того, что вы коснулись надр, здесь я с вами полностью соглашусь, потому что Ярослав также помнит, как мы, как депутаты областного совета, сколько у нас люди, которые хотели
официально добывать полезные ископаемые, сколько их на популистских возгласах прокатывали. По 3, по 4 сессии, а для того, чтобы от, скажем так, голого поля... Причем я скажу, как это было. 2-3 втаємничених, як то кажуть українською мовою, знають, о чому йде річ, і коли йде голосування, говорять, так, не голосуємо, не голосуємо, не голосуємо, все, кончу, не голосуємо, не голосуємо, і не голосували, і прокатували. От для того, щоб від чистого поля до розробки пройти, там, по-моєму, мінімум 3 голосування тільки обласного совєту треба. А человек по 3, по 4 сессии подавал и в конечном счете не получил разрешения. Поэтому сейчас состав областного совета значительно поменялся. И я действительно рассчитываю на новую качественную работу. Что людям дадут все-таки, потому что у нас все любят считать чужие деньги. Это ж они возьмут надры и будут зарабатывать. Будут зарабатывать, но они налоги будут платить. Ты сначала проинвестировать необходимо? Конечно. Касательно предпринимателей, я вам могу сказать, что я как представитель власти на сегодняшний день, я чиновник на самом деле на должности, только с осени, я могу только опустить глаза. Я не знаю, что вам сказать. Потому что человек, который всю жизнь был предпринимателем, я во многом на вашей стороне. Но все-таки есть законодательная власть, есть власть исполнительная, мы исполняем. То, что вы говорите по сельхозникам нашим, мы готовили письма, я одно из них готовил. Мы разве что можем донести мнение общины. Мы обращался губернатор, кабинету министров, сохраните действующую систему или отложите. Обращался губернатор к народным депутатам дважды. Учтите мнение сельхозпроизводителей, когда вы будете голосовать закон. Поэтому, к сожалению, наши возможности тоже ограничены. Хотя... А вот скажите, пожалуйста, вот приедет, да, допустим, вот мы можем знать имена, то есть мы можем опубликовать, и я готов просто медийную поддержку обеспечить, обращение, текст обращения, и имена тех николаевских депутатов, которые не прислушались, а потом они приедут к вам ленточки резать, за счет городского бюджета открывать дороги в областном, в области. И много-много чего такого делать, и вы тогда им напомните. Список предоставим, прозрачность обеспечим. Большое удовольствие. Господа, мало времени, мы это обсудим после программы. Дмитрий Игоревич, Вячеслав Валентинович, пожалуйста. Учитывая, что основными темами нашей передачи были сегодня все-таки бюджетный кодекс и налоговый кодекс, да, и хотелось что сказать, да, что все, абсолютно все говорят правильные вещи, да, и мы, поверьте, и налоговики, и там руководители администрации, и предприниматели, мы все хотим одного: нормальных, честных, справедливых законов, понятных всем, да, и какое-то длительное время не меняемых, потому что и предприниматели от этого устают, и инвесторы не идут, и мы, соответственно, работать нормально тоже нам тяжело, когда постоянно что-то меняется. Поэтому мы все-таки, давайте смотреть с оптимизмом, да, что все-таки наши там депутаты Верховной Рады нас все-таки когда-то услышат и примут все-таки такие законы, которые устроят и государство с одной стороны, и предприниматели, бизнес с другой стороны. Это если так резюмировать. Ну а что касается там местных бюджетов и там областных, районных, то, конечно, депутатам там районных советов, областных, городских, надо все-таки больше этому, на мой взгляд, да, я сам был депутатом городского совета, в бюджетной комиссии работал, принимать участие в этом всем, да, выносить это на общественное мнение, да, чтобы это все было более открыто, заранее все это обсуждалось. И, конечно, основное, чтобы вовремя принималось. Спасибо, Дмитрий Игоревич. Вячеслав Валентинович, вам финальное слово. В первую очередь, хотел бы, конечно, поддержать своих коллег-предпринимателей, потому что, безусловно, любой бюджет начинается с доходной части. И при этом ни для кого не секрет, какой ситуации сегодня страна, экономика, элементарно, давайте назовите там за последние 10 лет, сколько построено заводов в Николаеве. Да. При этом количество закрытых и порезанных на металлолом можно перечислять бесконечно. Поэтому тут проблема есть. Но при этом, опять же, любой бизнесмен понимает, что мало заработать денег, надо их еще очень важно эффективно потратить. Поэтому вот тут, что касается как раз расходной части, очень важно к вопросу, что можно изменить. Правильный бизнесовый
подход к расходной части бюджета. Хочется видеть там не просто строительство новых котельных, а хочется видеть, наверное, в первую очередь какие-то утепления, какие-то энергоэффективные новые технологии. Хочется видеть не строительство новых троллейбусных линий, а, наверное, покупка новых эффективных электробусов, которые будут, в принципе, это дешевле и дадут эффект. И сегодня, насколько я знаю, в каждой фракции, по крайней мере, городской бюджет сегодня активно обсуждается. Надеюсь, что вот те недостатки как-то будут внесены, насколько там уже дальше будут проголосованы, как депутаты это услышат, не услышат. Но, по крайней мере, движение идет, и эта передача тому подтверждение. Поэтому, думаю, в принципе, это все в наших руках. Дякую, Вячеславу Антоновичу. Як завжди, тільки розійшлися, треба вже розходити. Тільки розгорячилися, а треба вже розходитися. Але я впевнений, що сьогоднішня програма, вона має справді величезне значення для того, що відбувається і в місті, і в області. Адже, як казав Михайло Володимирович, зараз наші сесії і міська, і обласна, вони цілком відкриті. І туди справді можна приходити і чогось вимагати від депутатів. Я просто цілком впевнений, що ми принаймні частково змогли роз'яснити якісь принципові питання. Ми змогли дещо розподілити, що справді залежить від міста, від області, а чого треба вимагати від наших депутатів народних. І ми також, як телебачення, будемо долучатися до того, щоб максимально широко інформувати громадян про те, яку роль грає кожен з миколаївських обранців в прийнятті таких доленосних рішень. Дякую, що були з нами. Будь ласка, будьте активними. Активніше захищайте ваші права. Як розповідала зараз Олена Андріївна, Оксана Євгенівна, саме і Артем Вачиленко, саме депутати, саме підприємці змогли все ж таки відстояти принаймні частину своїх прав, тому що були найбільш активними. На жаль, це не вдалося сільгоспвиробникам, втім, сподіваємося, що наступна черга вже буде ваша. Тому я закликаю вас до того, щоб не тільки нас дивитися, але й робити вірні висновки після того, як ви нас подивитеся, і якщо зрозумієте щось з того, що тут обговорювалося. Саме для того ми працюємо. Дякую, що були з нами. Зустрінемось наступного тижня. На все добре.